Так, здорово всем, ребят. Начинаю стрим, надо выяснить еще на каком сервере, правда, пойдет. И вообще у меня какое-то гигантское обновление качается сейчас, вот что самое интересное. Осталось 275 мегабайт, мне говорит еще. Прям серьезно что-то. А Европа у нас что? И Америка, и Европа. Везде что-то тут все это происходит. Так, где-то слышу, стрим мой пошел. Ладно, на какой-нибудь сервер захожу уже наконец-таки. Надо у Варди узнать. Где тут у нас что, Twitch, да? Да, Twitch у нас идет. Так. Так, короче, надо сетку найти. Кстати, я добавил сетку не... Получается, не ту, которая там... Опа, Блайчик у нас есть, смотрю, здесь. Надо написать Блаю. Играет он или нет, сейчас я сетку запилю везде вам, ребят. Добавлю... А, кстати, коваровские чатики надо мне открыть. Виде добавим сейчас стрим туда, куда надо. Сейчас сетку правильную вставлю везде.
Так, ну что же, давайте посмотрим. Сейчас в Блае узнаем, что там играет, Варди турнир или нет. Лишние вкладки я закрываю, в общем-то. Всем здорово, ребят! Крайний день лета и турнир из игры Варди Викли, соответственно, у нас сегодня. Ну а что делать. Так, Хок 12-24. Алекс 07 кинул страйк медоеду. А куда он ему там кинул-то? Просто если как бы на гудгейме ему никто и не кинет, ну то есть можно сколько угодно кидать, как бы, можно на это все положить. А если на других серверах, там, то есть YouTube, Twitch, так это и очевидный момент. Я всех предупреждал, что так будет вообще. Вот. Здорово, ботаники. На Артур Зерга попал снова, далее проиграл. Ну, бывает, проигрываешь. Короче, вот у нас... О, Минатыч играют сегодня, смотрю. Минаты с Пингвином, Солар у нас есть. Чуть Минаты я не вижу, правда, будет он или нет вообще. Но вижу корейца, зато Лайф, Солар тут есть, Пингвин, Кин... Так, Гуру, так, Нер здесь есть, Импакт снизу есть. Тут, короче, интересный состав. Ну что ж, ждем, короче, начала. После этого турика, наверное, поиграю, заново пройду за тирана в компании. Вчера я обнаружил первую в этом оригинале. Вчера я обнаружил, что борода, короче, удалил я случайно все это дело. Вот такие вот дела. В общем, ладно, ждем мы, короче, начала турика уже нормально. Так, ребят. Так, ребят, мне тут Зерк спрашивает, СК2 игроков из Москвы он не знает. Ну, я вспомнил тех, кто в Баркрафте был, там, Фоллинджер, Неразим, Крендель, там, я не знаю, еще пацаны, как бы, по уровню сильнее Стрэндж-Арктур, вроде как, из Москвы. Может, кого-то я забыл, я не знаю вообще. На Ютубе за DreamHack первый день, ну, так, понятное дело... что так и будет. Записи DreamHack вроде как бы можно, да, там как бы, а вот остальное, то есть это выкладывать остальное уже нет. В смысле, лайвстринг.
Здорово, всем, пацаны. Последний день лета, завтра уже начнется осень. Не знаю, как бы осень на самом деле прикольное время, чем что всякие грибцы там и т.д. и т.д. И, в общем, этот... И урожай, вот картоху скоро копать, меня мама зовет на выходных, не знаю, правда, что там будет. Скоро ведь вот СС будет, насколько я помню, как бы и надо смотреть, но это на следующих вроде выходных. Так что посмотрим. Так, я пришел на Корею, а здесь что? Здесь нихера не происходит. Куда-то ушел Варди, куда он ушел вообще? Я в поисках его сейчас. А, 8-10 CS Монреаль. Где тут Варди, я не понимаю. Варди в игре, короче, блин. Кто там с кем играет, их хер знает даже. Ну, какие-то европейские игроки играют. Инвинат, Оптимус Гуру, видимо, Варди пошел стримить. Но остальных я пока не могу словить, ребят. Ну, ждем игру. Че, я сразу за Варди не поломился и был неправ, конечно. Я что, за ним не поломился сразу. Здорово, окунь. Еще ты, ну ты тысячу лет не играл. Ну, будет тебя иметь в виду. Если на битву зерк позовет, то тебя запишем, короче. Здорово, экстрей, здорово всем, пацаны. Так, ну что же. Так, донат по лицу ездит. Сколько денег, просто много. Аж по лицу ездит донат. Ладно, сейчас немножечко подкорректируем. Спасибо за информацию.
Че ждем кого-нибудь? Муминат что-то не отвечает, никто что-то не отвечает. Так, угорает тут. Пингвин, кажется, тоже кого-то пробрил. Или нет? Похоже, что пингвин с Мината. Минат что-то зарегился и пропал. Так, короче, я тут открывал турниры на фоне, которые будут в сентябре. Ну, во-первых, это, конечно же, 8-10 сентября. Это что у нас за дни-то? Пятницу, субботу. Ё-моё, у меня 8-го на свадьбу, между прочим. Вот, ну-ка, 8-го как раз самый такой ненапряжный день, я так понимаю. Ё-моё, в каком я там состоянии-то буду вообще тогда далее. Жесть, жесть. Там первая групповая, да, там наших явно не будет, потому что далековато DreamHack будет очень-очень. Вот. Короче, DreamHack у нас. DreamHack у нас Монреаль. А, Блай будет там, наверное, единственный, кто будет. Вот. Потом какой-то азиатский... Что это вообще такое? Какой-то азиатский боевых искусств, короче, турнир, хрен пойми. Будет еще вообще, про который информация вообще нет, короче. Туркменистан, там вообще жесть какая-то. Непонятная. Ну и в конце месяца GSL Super Tournament, короче, будет там. Где будет 16 игроков, ну это просто GSL-овские будут, видимо. Еще квалификации к ним будут, GSL Super Tournament. Вот. Так, ну Кин и так знает, что я стримлю, как бы. Я часто его стримил.
Так, секундочку, ребята. Что мне тут жена звонит? Алло. Все, я здесь. Так, ну что, ребят, погнали. Так, ну что, ребят, Кин против Лузери играет такого игрока. Поехали, первую игру, соответственно, Кин у нас тут, ну и Лузери слишком изи, поэтому у нас Кин и в чатике сидит и здесь играет, вот, и будем смотреть, вообще тиран оказывается. У нас и Лузери этот вот пока даже развивается, смотрю, неплохо. Давайте Кина поставим, сейчас я на тут сетку попроверяю, на секундочку, здесь задержусь, вот. Так. ЗСМ готов. Смерть на пороге. Риперы что-то боится тут начинает, ну вроде как догнал. Давайте что-нибудь взорвем. Пристройка завершена. Закрою, а то... Вообще сегодня солнце ярко светит, прям так это хорошо, конечно, плохого здесь нет ничего. Здесь продолжается движуха, Кин против оппонента свой Лузери бьется. Чисти разорвало Рипера с циклоном жестко. На 3 хп выжил циклончик Кина, и он наносит дэмэдж сейчас, соответственно. Гелик его сжег, правда, с 3 хп, конечно, сжег бы он его, естественно. Кстати, интересные лузеры, и скиновые гелики, и скиновые циклоны, между прочим, не знаю, вот этот скин, наверное, выбивать надо. Скорее всего, мне Архи дал, кстати, аккаунт когда-то, где можно скины было выбивать, я собирался что-то поделать, но в итоге, короче, так я и ничего и не поделал, короче, со скинами не заморочился, ничего не повыбивал нафиг. Так, Рипер забивает, в итоге размен идет, 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 но Кин уже по рабочим в плюсе, как бы, самое интересное. 3 КСМ-ки погибли, у него еще и КСМ-ки на скинах, и в потерях они также отображаются.
чем ГГ пишет? А, банша прилетела. Я-то думаю, что ГГ написал. Банша прилетела. Короче, ребята. Пока такие игры, естественно, игроки пока что не самые сильные. Вот. И игры будут такие. А дальше посмотрим, что там будет. Так, ну что же. Поехали, отписывались этому челу. Продолжается битва у нас. Здорово, Арам, какой-то сегодня прям экзотический упырь. Спасибо тебе за пиление, короче, голосовалок. Блин, опа, про задержку забыл, рекламу пильнул, но вроде кончалось уже все, как бы там банша прилетела. Ребята, вы еще помните про поддержос, подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал. Естественно, по реквизиту цене через плеер. Всем за это громадное спасибо, кто так делать будет. Вот. Но у нас Варди Викли, соответственно. Привет, Милка. Не надо херней заниматься, я тебе уже об этом говорил, сильно очень. Так, ну что ж, Бо-3. Кинг, конечно же, 1-0 повел, и ФПНчик опять ставлю. Сейчас я зайду мне... Так, на мейл надо зайти мне. ХСМ готов! Так, погнали. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. СМ готов. Так, Арамчик, здорово еще раз. Давайте по игре. Тут пока, правда, ничего не происходило. ФПНчик, в принципе, смотрели, да? Вот и все ок было. Ну, пора что-то сказать, потому что здесь два рипера, например, у Иллюзори. Или как и Лазари будет, как читаться он будет. Вот, и... Так, циклон, причем стоит-то, я не понимаю, здесь уже вперед надо давным-давно было идти. Тут один рипер, во-первых, был, склона не было. Сможем прямо сейчас агрессивничать спокойно. А он с одной базы играет и что-то ждет непонятно чего.
Так, догоняет риперка двумя своими. Ну, это разведывательный рипер, в принципе. То есть. Так, задержка у него, походу, не знаю. Мимо проскочила вообще. Смотрите, Кина напрягает не слабо тут люзер этот. Товарищ, ну Кин, в принципе, отбился вообще. Привет, Лёлик. По программе то, что написано в анонсе на ВКонтакте, то, что ты видишь в названии данного стрима, соответственно. Ох, вычинил за 4 КСМ-ками. Не убить будет, дэмэдж медленно циклон вносит другому циклону. Вот, а здесь у нас викинги строятся уже. Соответственно, что по программе? Варги Микли пока что. Посмотрим, во сколько хочется. Если будет какое-то время у меня, то, может быть, я постримлю тогда этот... Компанию пройду. Мне надо, блин, оригинал теперь за тиранов заново проходить, потому что я так отдельно его не записал. И так ни хрена я не выложил, блин. Обещал пройти компанию, а ни хрена что-то долго я это все очень делаю. Так, ну тут циклон с танчиками разбирается. Танк-то, кстати, осадный. Как в компании, смотрите, вот этот скин, кстати. Вообще у него все, по-моему, скины здесь есть. В общем, 40 лимита на 52, 26 рабочих на 40. Очевидная победа Кина здесь уже. Понятно, что он тут супер фаворит. Как бы, ну что-то нам надо было посмотреть вообще. Куда Кинг попадет? О, Кинг, кстати, попадет. Там Блай в часть сетки Блая. Да-да. Где Блай находится. Ну, посмотрим вообще. ТСМ готов. Пристройка завершена и функционирует. Даешь, кому навешать? Так, я забыл вам сказать, как рекламу пилил от блоки, ребята. Отключайтесь, подписывайтесь на премиум, ну и поддерживать не забывайте меня и мой канал, естественно. Всем за это громадное спасибо, кто так делает. Вот, кончается лето у нас, завтра осень начнется, и, надеюсь, будет плодотворная она в плане турниров и стримов. Вот, ну что, пока после Москвы в ритм войти не могу. Сегодня в 7 утра вынужден, я вчера, каких 7, в 6.30, короче, я встал сегодня, почему... А вчера лег в час, в 0.50, точнее, если быть точным. Потому что Маше нужно было энтеробиоз пройти. Вот. Для того, чтобы садик пойти. Вот. И пришлось мне ехать в поликлинику, занимать очередь, как бы. Ну, я уже, ну, был пятый, короче, в 7.05 не ехать. А пешком пошел в 7.05, а был там. И, соответственно, пятым был. Ну, начали принимать не с 9, а с 8. Короче, пропускал людей. Ну, зато сразу зашли, как Маша приехала. Бабушка или подошли. Пришли вот так вот. Все нормально, короче. Ну, отчасти не выспавшись, поэтому я думал, что особо сегодня стримить не буду, но вот если не слишком поздно данный турик кончится, тогда постримлю еще, соответственно, эту кампанию прохождения. А, про компанию имел в виду. Ну, блин, мне, к сожалению, технический момент. Придется перепройти оригинал, как бы. Потом я сразу выложу все три части, потому что за тиранов самую первую, как бы, миссия. За тиранов пропали, а вот за зергов запросов остались. Ну, ГГ, пишет итоги. Ну, затрепал его Кин здесь, конечно, тут очевидно. Беда, беда.
Так, нужно здесь. Так, блайхер, да, блайхер. Надо блай написать. Так, invited by. Отлично. Так, а что у нас там было? А, кстати, после Руфу Блай, кстати, на Кина попадет вот этого. Сейчас, как Блай начнет, я отойду на секундочку вообще. Так, Руф, кстати, ГМЛ, я обратил внимание, на Америке, я, насколько помню, ну, такой неплохой игрок, ребят. Поехали. Так, сначала выиграть, да, надо, это точно, на самом деле, потому что пока еще Блай далек от победы. Ну что же, третью хату Блай вынужден ставить, вторую на третью, точнее, здесь Гаспул у нас на мейне сейчас будет скорость заказа, он сгрызает. Зарезает наконец-то инженерку. Здесь овера пытается подрезать тиран. Но овер, кстати, живет. И я думаю, что Блай его успеет прикрыть. Сейчас 4 собаки бегут снизу. И Марик такой, опа, видит, что собачки бегут. А они его сейчас будут не отпускать. Соответственно, Блай кот уже сюда забегает. Но тут все меняется местами. Садится факта.
А собачки пытаются Маринуса найти. Вот он свалил, посмотрите. Королева успешно создана. Ну что же. Владис Бламимо убежал. Джонни Сек. Завтра сентябрь, пора поддержался. Какого не понял, поддержался. Так, летят мулы. Кидает их руф очень-очень активно. Кстати, кидает на минералинов, которые так минералов мало. Сейчас вот, вот это на самом деле никогда, ребят, особенно в начале, не кидайте мул на тот минерал, где, блин, мало минералов. Здесь есть жирные минералы. Вот, на эти надо кидать. Почему? Сейчас этот минерал кончится, и останется 7 кучек, блин. И два рабочих не у дела окажутся. Они будут неэффективны. То есть инкам просто снизится. Все. Заезжают гелики, главное, еще все. 6 гелионов проехало. До того, как еще доделались, смотрите. Доделались армори, приехали к гелике, главное, на мейн. И просто унизили здесь 10 рабочих только что, вот недавно. Руф еще и вниз уезжает, и опять же, нажигая дронов, что происходит с Блаем? Его что-то унижают здесь вообще, по-моему. Руф. 3, еще дрона минус. Вот поехал-то, вот 2 дрона мог бы с залпа сейчас забрать, взял как и уехал. Ну он и так нажег просто до 18 дронов в начале. Это полная печаль, здесь, кажется, цехи 2 всего, но... Так, ну тут 3-4 циклона, кстати, Блай с собачками прибегает. Видит циклона и не может что сделать вообще. Естественно, здесь Блай. А тиран может 4 циклонами моментально овера захватить и убить. Еще потери какие-то просто нереальные. Блая в начале, чтобы тиран экономику раскачивал бы нормально, был бы молодцом бы, конечно. Так, а у Блая Роуч Ворон делается. Кажется, Блай хочет заулынить. Мне такое ощущение возникает. Да, неспроста он столько дофига оверов. А нет, смотрите, дроны пошли. Хм. Я думал, Блай хоть хотел проулынить, но нет, Блай больше уже не хочет улынить. Понимаю, что здесь мех у нас, судя по всему, и аккуратен будет. Гелик циклон на выход пошел. Только что была возможность с собаками пробежать, Блай что-то дернулся и назад отбежал. Ну, блин, затупёшь вообще. Ну, тут, правда, 2 гелика выходили уже сейчас, поэтому навряд ли собаки что-то и сделали бы там. 2 хелбата, 6 циклонов, такой вот выход. А все, что есть у Блая, ну, кстати, королев у него много, роучи выходят. По лимиту уже в плюсе неплохом. Надо принимать бой Блая быстрее. Будет ли Руф фокусить хату, я не знаю. Пока ничего не фокусит. Фаербол заходит, собаки прибегают. Первый этот выход пробрил. Вообще, бывает замечательный оппонент своему. Все очень неплохо получилось. И он возвращается в игру фактически, вот благодаря своим действиям, Блай. Блай сразу же идет в контратаку. Ну, без шансов. Я не знаю, что он хочет сделать.
Опять гиды. Поехали. Опять в лайн-муви собака не здесь сливаются. Блин, что-то меня подрубает. Надо у нас таки энергетика взять. Кофе выпил сегодня. Хотя я вроде... Сегодня я будет подрубать, и вы поспал 5 часов, извиняюсь, что зеваю. Ну реально, стоял там в поликлинике. Очередь к врачу занимала. Так, еще и циклоны появляются. Сколько их в итоге? 8 штук. 10 сейчас будет. Офигеть. Одних циклонов тиран сейчас штампует. Кстати, их много будет. Хелбатов даже меньше. Они спереди просто будут стоять, я так понимаю. И ведь выход на плюс 2 может получиться неплохой. Но без хелбатов, говорит Блайт. Без хелбатов. Одни циклоны. Блин, ну циклонов 12 штук уже. Не пора бы вперед пойти. Че он сидит, ждет? Как раз через 30 секунд плюс 2. И вот под тайминг плюс 2 можно выйти, просто убить. Так, суверсира можно было бы забрать. Ну туго ты соображаешь, дружок. Пока соображал, уже поздно будет. Так, чуточку там оверсира не добил. Все, погнал вперед у нас руф. Лимита больше бы его. Плюс 2 через несколько секунд. Тут доделывается грейд. При этом всем дронов переводит руф на третью. Плюс 2 готово. Камни просто секунду падают здесь. Еще и не все хелбат, что самое интересное, их били. Циклон, точнее. Стоять здесь ни в коем случае нельзя, на вперед идти. Че стоит-то? Вот, наконец пошел вперед. Здесь роуч, собак все больше и больше. Заказано релоджер, точнее, сделано там несколько релоджеров. Так, ну четвертую выпилил, спускается вниз. Здесь еще один овер минус. Очень-очень быстро. Но в лайве очень много оверов сейчас строят. В центре замес пошел. Ну что же, лай минусует руфа, смотрите. Циклонов этот стиль странно его законтрил. Установить надо крип, естественно, и спокойно дальше действовать. Двадцать отжиманий. Отжимания били. Я еле живой, окунил. Фух, ясь. Но это турнир точно даст время, все нормально будет. Я просто хотел поспать, как бы, после того, как с поликлиники пришел. Думаю, блин, ну потом сел и что-то залип, как бы там, начал кит смотреть за ноутом после еды. И просидел 2 часа, просто ковырял что-то в интернете и купил. Так, еле-еле там Блай отступил сейчас, или он вообще никем не отступил, а кто так, по-моему, никем он не отступил. Так, у Блая новый роуч уже готово. Так, и новый роуч вперед тут. И шпиль у Блая сейчас 14 муталисков, он закажет. И две хаты он ставит на 58 дронах. И вторая броня у него делает даже 15 муталисков. Он заказывает 38-73 по лимиту. Ну, мута плюс роучи нормально могут зайти сейчас вообще. Улучшение командного центра. Месторождение минералов выработано. Улучшение... Завершено. ТСМ готов. ТСМ готов. Месторождение минералов выработано. Зададим им жару.
Да, здесь танчики есть, плюс циклона, мута прилетает, ребят. Ее много, и ее всю не убить явно никак, да? А так, продолжает идти. Роучера уже плюс мута выпиливает все, даже планетарка здесь не спасет. ГГ Руф пишет, ребят. Руф 45-летний мужик, че себе. Ну, он ГМЛ, между прочим, на Америке здесь. Так, ну давайте поверок, бля, прыгаю в игру. Так, ну погнали. Так, ну что, вторая карта, пока от Владчика поставлю, я Vision сейчас приду, а то в начале предыдущий не отойти, больше помолвлю сущего, вообще подрубает. Ждите. Так, увидел Катеракирыч, здорово, пишет, здорово, всем здорово, ребят, сейчас приду. Так, что я здесь? Да, кстати, я вспомнил, ты вот ссылку скидываешь, видел, что Руфа этот канал. Вот. Новая королева создана. Ну что же, тут Блай прибегает, у него лейер есть, а у Руфа что? У Руфа тут... Реактор на второй базе. Ём, по одной собаке только падает. Сейчас по трём зашло. Успеет вычинить реактор? Вычинивай, братюня, руфюня.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ха-ха, ни хрена ты не крепкий орешек, взорвалось у тебя все нахер. Вычинил ты все. Хотя крепкий орешек сам взрывал, да, походу. Здесь надо было спасти бомбу. Тормознуть таймер бомбы, короче. Ну, тут не получилось, как вы видите, ни хрена. Плюс 2 газа еще. Заново реактор удел. 2 старпорта. Там и действительно какую-то хрень катает. Ну, Блай все видит. Блай все видит, Блай все знает. У Блай Лэйр сейчас. О, этот шпиль пойдет сейчас, да. Это все контрит наглухо, то, что Ру делает. Видимо, Блай будет скином играть. Да, не понял. Какой-то интерфейс поддержки, что ли, изменился, я чуть не понял. Улучшение командная пристройка завершена. Как-то да. Задержка 90 секунд, это стандартная тема, на самом деле, в онлайн-турнирах. ХСМ готов. Странно. У меня в двойных чатах рубелек какой-то появился, а так вроде поддерж жестко не изменился. Так. Увеличивает начальник, если Рейвенов. Видите, он Рейвенов будет строить, или что он собрался строить-то? Да, посмотрите, Рейвены пошли, грейд не отменяется, здесь викинг выбивает овера. Но Рейвенами тяжело будет отбить муталисков, понимаете, без туреток как-то, по-моему. Ну, с двух бас играть Рейвенов — это интересная идея, то есть они начнут энергию пить. Как в армаду фактически просто двух бас выходит, а здесь, ну, Рейвены-то они без атаки прямой, как бы, вот в чем минусы. То есть они должны быть в начале с какими-то юнитами еще. Ну, тут особо хотя будут гелик, тачхелбаты, плюс Рейвены. Винка прилетает, тут турель попёрла. Блай отлетает так в турели. Забирает викинга, забирает Рейвенов. Это ГГ. Это изи для Блая, уровень разный на самом деле. Так, лепец ты клик запилил. Акейра поддержал ваш канал на 321 рубль и сообщает, на пироженку с мороженкой. Пироженка с мороженкой. Спасибо большое, Акейрыч. Спасибо всем за поддержос. Так. Добавлю клипачок этот веселый на группу ВКонтакте, потому что давно клипов не было, я ведь уезжал, как бы, и вот пусть будет он. Он пытался, но не смог.
Так, погодите-ка, ребят. Так, Сакирыча надо добавить сюда. Спасибо тебе еще раз, Сакирыч, большое. Минус Лана оттеснил. Как там у тебя пополнение, кстати, с этими всеми делами обстоят дела? Еще, ребят, людей побольше становится у Тэблая, инвайтит вроде как. Так, с рекламой менчик сейчас пильну я. Все будет ништяк. Поэтому. Так, Илюх, там что-то все лайкает, смотрю, ВКонтакте, ребят, Блай против Кинчика, клип, в общем, тут мне Зерк писал, Empire Zerk, я вам уже сообщал, что будет по первому StarCraft турнир в Москве в районе 23 сентября, вроде как уже точно 23, вот, а еще будет по второму StarCraft, но пока еще анонса нет, вот, в районе, я не знаю, когда, тоже вроде как в сентябре. И тоже вроде на какой-то платформе. Улучшение. Сейчас командного напишу, центра зеркал какой. Завершено. Арена, киберспейс. Киберспейс, где это киберспейс? Я хз, где киберспейс? Что за киберспейс? Пока не знаю, честно, ребят. Вот, ну а я отключаю локи, вот. Точнее, я пилю рекламу, а вы отключаете локи, подписывайтесь. На премиум, поддерживайте меня, меняемый канал, реквизит писания через плеер. Так, вот у меня спрайт незакрываемый пошел вообще наглухо. Но он недолгий был. Пристройка завершена. Так, скоро уж девочка. Будет 4 девчонки, сейчас жену и 2 парня. Не понял. Если жену убрать, то 2 парня и 3 девчонки, это 5 получается, у тебя 4.
Турнир молодых и перспективных. Когда этот будет турнир молодых и перспективных? Скинь ссылку мне, Холлинджер, я гляну. Вот. ЖСМ готов. Ну как вы там 4 время справляетесь, жесть вообще. Вот. Блай делает Лейруч Уоррен, Блай делает, то есть Нидус. Блай решил элегантностью заняться, а как еще тут быть-то ему? Вот. Да, Кирыч, да, Кирыч, красавец. Еще и поддерживает, на поддержос остается при этом финансов. Ну тут даже еще не только финансы, а еще и время и силы просто, и высыпаемость там и т.д. Эти вообще жесть. Пошел Нидус, ребят, рипера Блай гоняет здесь. Собаки навстречу забегать, куда, говорит Блай, пошел минус реперончик. Роучи пойдут сейчас вперед, а у Кина-то что вообще? У Кина, кстати, банши нет, нифига нет. Сканит Кин мейн. Понимает, что газ-то один и может быть все что угодно здесь. И два циклёна пошло, и мейн, да, смотрите, Кин мейн сейчас начинает прикрывать. Ну что же, циклоны не успеют выйти к готовности Нидуса на мейне Кина, и это хорошо для Блая, естественно. Пора пилить Нидуса, иначе беда. Или успеют? Успеют, скорее всего, выйти. Ё-моё, тут на грани прям будет. Нидус 14 секунд. Да, не успевает выйти, короче. Если королева трансюзнуть, Нидус не успеет. Хоть без энергии выйдет королева, то это беда вообще для Блая сразу же. Автоматически. Инс. Трансьюз Блай. Трансьюзит Блай. Поперли роучи, королевы, собак. Что-то я не наблюдаю пока. Надо высаживать лингов. Блай это долго очень делает как-то. КСМ и Кин. Ой, они лечатся еще. Как же КСМ-ки с лечением здесь танковывают, ребят. Это минус Блай. Это 1-0 Кин, вы видите. Потери гигантские. А, плюс ты. Понял. Значит, все-таки один пацан есть. Ну что же. Столько сестер. Офигеть просто. Аматуры. Я чуть не понял, а как профессионал-то будет уже играть? Ладно, посмотрим просто. Я не понимаю, как там, какие там группы-то будут играть. Войска Роя атакованы. Ладно, разберемся, короче, что там будет. Пока ничего не знаю. Блай, кстати, сопротивляется, смотрите, он скорость роучем делает, между прочим. И у него, кстати, неплохой лимит, ребят. И как это так получилось после... А, ну рабочих-то поубивал Блай. После первого потерянного Нидуса Блай еще сейчас вторым успешно оппонент своего бомбанет. Так, нужно еще сразу же Нидус напиливать. Блай что-то не спешит. Пошел новый, да, новый попер. Здесь возвращается там этот циклон. С чем он возвращается? С двумя геликами. КСМ-ки все еще падают вообще. Пока я про этот Аматеур турнир кликал. Ребят, я... Может, вы видели, как получилось. Так что Блай еще здесь и тащит. Я вот что-то не вкуриваю. Так, минус этот. Три циклона. Вот ты лезешь-то, Блай, куда ты полез? Роути заводи. Что творить Блай-то вообще? Ой, Реводжер, минус. Жесть какая. Трансфьюзить надо, кстати, игра Роучи. Блай, ничего там не трансфьюзит. Три циклона попер. Еще один Нидус на ХГ попер. Блай пробивает депошки. Нахрен ты кидаешь Нидус, сейчас депошечки убиваешь внизу. Конечно, сейчас минус Нидус будет. Что-то тут тупит у нас этот Кин. Стим на самом деле на Биу уже есть. Саплай блока точно не будет. У Блая третья хата и подземный мув роучем. Сейчас с закупочкой будет готов. И дома шпиль пошел. Блай очень четко все делает здесь, я вам должен сказать.
А с подземным... Убить газ, да, чтоб не видел оппонент твой, как вкопался бы ты сейчас. То есть Блайд сейчас копается, на разводит сейчас на эти... На сканы, в общем-то, и нормально. И... Блин, а мутка, кстати, против био, мутка как-то хз. Блайд побежал ловить гелик. Да как побежал ты уже, забей ты на этого гелика нахрен. Все, одна секунда до подземного. О, заползает Блайд. А чё он туда заползет? Ну, да, заползает. Королева успешно создана. Заползает, заползает, Блай. Сразу в Мариков выкапывают. Мариков начинает... Чуть бы больше роучей было. Ой, как щиты вовремя доделались тому. Кина. Короче, роуч всех Блай потерял. Что творит вообще, я хрен знает. Ну, за один скан весь крип тяжело охватить. Ну и за один скан кин не охватил весь крип, кстати говоря. Так, Акванидус-то попер. Сбоку, с пачку здесь попер Нидус. Проучи высадить туда была. И хочет еще пачку. Инфестейшн пошел. А чему тут он не хочет сделать? На самом деле зашла бы, мне кажется. Грейды нулевые, там 2-2. Сейчас пойду. Была уже четвертая хата есть. Так, погнал, Блай туда. Копать, ты уползи, ты его. Сейчас танк еще Блай минуснет. Из рейнджа скана-то вылез, что ты паришься? Так, часть на третью, часть на вторую, часть на мейн поползли. Здесь тоже роучи фачуга ползы. Еще один Нидус прям под ССХ пошел, что ли, да? Кин видит прекрасно. На мейн Блайд заполз. На закопаться уползти сейчас. На сканы разводит просто великолепно. И Блайд что-то, ну, заигрался. Четвертую не раскачет. Макрохаты есть. Да делай ты грейды уже, реализуй ты эту хрень. Знаете, сейчас Кин 2-2 закажет, Блайд еще по грейдам. Отстанет настолько, что еще и слить, мне кажется, может в такой вот ситуации. Крипа вообще тут только между базами, только крип вперед не тянет практически. На мейне в том числе нет. Блин, заказал еще главное один эволюшн. Ну как можно быть таким просто это, скупым-то, блин. Поставь Т2, делай ты уже грейды с 2 хэва, блин. Продолжает еще роуч шатать. Кин там еле-еле на мейне справился. Не посадить ССХ у роуча, смотрите, там мешает. Надо уползти сейчас. Куда ты пополз, Блайд? Танчик сидя. Так, уползли при роуче. За ССшечку вдаль. И не видел, куда именно они уползли. Была еще 17. Делать 164-56, кажется, это победа была. А, у него и инфестора есть. Рабов много погибло на первом минусе. 14 рабочих на первом минусе погибло. Я-то показывал. Это не абсолютно не критично для тирана, играя 2-2 базы с зергом. Здесь тут причина в другом в чем-то. Кин, возможно, улетел куда-то, там непонятно. Так, ну это победа, Блай. Посмотрите, на лимит 155. Так, тут я не знаю, что кинул. Если бы у него 2-2 было, может быть, грейды, то да. Тут Блай заходит, минус танк, ГГ кинул, пишет, какая-то дичь вообще произошла. Блай, да, труфу заразился просто вот этой темой. Так, прыгаю.
Так, ну что же. Пульченский у Влая первый попер. 1-0 он повел против Кина неожиданно. Сейчас, ребят, всем здрасте. Всех рад вас видеть, соответственно. Я пилю иногда рекламы. Мы смотрим Варди Викли. Давно его не стримил, но привыкать. И теперь буду начинать я стримить данный турик. Вот такие вот дела. Так, собачки, псы, псы вперед побежали, псы войны от Блая с пула первого. Ну там рипер, который должен. Так, погодите, куда Блай так нагло вот бежит прямо на КСМ? А, он ее собирается покусать. Ну КСМ-ку покусает, а две других собаки оббегают. Рипер пошел на спасение, а здесь собачки залетают. Хорошая идея, Блай, хорошая работа, Блай. И, кстати, эту КСМ-ку сгрызет. И там вариант сгрызть есть. Она не уйдет, стопудово. Должен куснуть разочек этот пес. Да, минус КСМ-ка. И здесь тык-тык-тык, минус КСМ-ка. И Кин почти что закрыл, но почти что, точнее, не закрыл. Почти Блай пробежал, но почти, как вы знаете, не считается. И в Старкрафте, и не в Старкрафте. Здесь факта садится на реактор. ЦЦ-ку задержал несколько кин. Минуснул собачек. И Лейра от Блая опять Нидус, что ли? И не такой уж сильный. Как Гумихо, Инновейшн, Бьян там, я не знаю. Это да, не такой прям сильный. Ну, как в целом, Старкрафтер просто, если брать весь уровень, то вполне себе сильный. Так, Солар Пингвина 2-0 бриванул уже. Ждет победителя Блай Кинекс. И Блай Соларом в полуфинал уже попасть вообще. Нерч против Импакта. Элайв с Оптимус, Оптимус Гуру выбрал. Нерч с Импактом, интересно, снизу. И шпиль от Блая пошел. Так. Не надо срача. Обоим предупреждение. За то, что на ровном месте срач получается. А я на ровном месте срач не люблю. Ладно, тут этот... Как кореш мой слепых и рассказывал. Вот люблю бинго. Там клубак у нас такой есть, был раньше. Вот. Да и сейчас вроде есть. Контрабасы там. Люблю начало разговора там. Он тебе с головы дал, ты ему с головы дал и понеслась там типа. А тут какая-то непонятная ровная месть. Вообще о чем я говорю, я не знаю. Вообще, ребят, я сегодня вчера лег в районе часа, встал в 6:30, чтобы в поликлинике очередь занять для ребенка, к врачу и... Вот. Короче, я не выспался. Блая муталиски плюс дроны еще на 20 лимит, между прочим, он в плюсе. Тут третья ЦЦХ, Кин халявит как может. Блая надо грейды делать. Вот опять что-то один эволюшн раньше, один позже, непонятно почему, кстати. Так, 17 дронов на мейне, остальные уезжают куда? На третью базу, да, на третью поехали. На еще рабочих строить. Мутка в роучи вообще. Мутка в роучи, это любимая была затея, по-моему. Или мутка в...
Милишная игра, да не знаю. Два эволюшена, навряд ли это пуш с роучами будет. Муталисков 7 штук, все они вперед летят. Часть углом летит, часть наискосок для того, чтобы как раз, видимо, синхронизировать этот прилет. Блай делает это из процессов сетки, сейчас глянем. Нет, из процессов сетки никого уж точно нет. Я-то не смотрел даже, были ли они там изначально, кто-то там из процессов. Ну, прилетает мутой Блая, тут турец, тут викинг. Всего достаточно, короче, у Кина. И Блай умудряется вот, вот у всех, блин, почти, я не знаю, игроков, причем даже, ну, они не все особо это и контролят, как бы, а само собой так получается. Вот, стреляет там юнит, как бы, одного продемажили, вот, и он улетает, потом у Блая же вот частенько смотрю, если он прилетает, у него крайне неудачно, то есть именно... Демодженного именно Муталиской добили. Смотрите, как хорошо вообще. А, тут турели там все. Рейвенами нуснуть не удается. Ваймутку на патруль ставить, смотрите, кстати. Два Марика тут пришли, наглеть. Говорит, не наглейте, Марик. Рейвен на минус, ну, молодец, тут турет к миллион, но этому-то уже дэмэдж нанесла, конечно. И роучи масть, смотрите, 131.88 по лимиту. Тут 2-2, блин, этот сканет кин прямо сюда, где была и роучи, копит, что за дела? Видит еще роучи, понимает. Я думаю, он прекрасно должен понимать, что здесь ждать от Блая, что здесь будет тайминговая атака на роучи. Пытается муталями. Ну, много этих геликов-то поймает, он толку от этих геликов нет, правда, уже. Роучи и Рейвенджеры собираются вперед, Блай, 108-153. Лимит-то хороший, но рабочих у Кина уже даже больше. Надо, я не знаю, недостаточно даже третью базу просто взять здесь убить. Кстати, мутка агрит Билу, это важный очень момент в этой страте Блая. То есть ему надо прийти и убить Кина сейчас. Да Реводжеров сзади поставь баб... Ёма, неужели Блай не может Реводжеров сзади поставить? Заходит Блай на третью, СЦ-ху. СЦ-ха падает! Или не падает? Не, не падает, ну сейчас упадет, не волнуйтесь. Мутка ее добьет. А этими надо заходить вперед. Юнитами всеми Блаю. Естественно. Мимо ЦЦхи, фаербулга там полетели. По роучам мины не успевают стрельнуть даже. ЦЦху Кин еле-еле спасает. Надо фаербулить, заходить. Что Блая делает? Заходит вперед. Опять Реводжеры в конку. Что ж ты боишься-то? 170 на 90 по лимиту. Блая, иди ты убей его. Ну ё-мо, Блая отпускает Кина. СЦ-ха улетела. Зачем тянет-то он, я не пойму. Зашел бы на ХГ, там Мариков, ё-мо. Там Мариков до сих пор мало, блин. А Блай что-то тянул. Месторождение минералов выработано. Так, ну тут дроп на четвертую. Кин сейчас выносить Блай четвертую себе. Танчики на лоу-граунде. Блай заходит, смотрите, фаерболы. Сразу два танка Блай забирает за три фаербола. Молодец, Блай. Соответственно. Четвертая выбита. Неужели одним контрдропом сейчас Кин просто выиграет Блая? А Блай все бегает. Иди ты в лоб его убей. Да там нет же ничего. Блай. Да роучи пачка просто нереально. Здесь закопка с подземным умом. Зайди ты, вкопайся ты. Куда ты... Блай бежит домой. Блай, что ты делаешь? Мне глазам больно просто смотреть это 40 секунд. Может, Грейт он ждет? Может, я хрен его знаю, что там Блай ждет вообще. Ну, четвертый мод. Не, ладно, четвертый не смертельно. Здесь заново займет базу Блай. И пятую, и четвертую сразу же. Так, часть роуча пытается заползти. Да ползи ты уже под этих бью-юнит.
Так, два видят тут Пашу. Так, пошли фаербол. Кто там орёт-то так вообще? Как будто его это... Вот не буду говорить. Как будто в туалет с утра тяжело идти. Так, вот был звук кому-то. Так, в это время кинь тут была опять четвертую от меня. Угла и Амфестера. Пятую вообще. Ну, это одновременно две базы занимались сейчас. Точнее, была тянет, сейчас дотянет. Какие-то хайвы пошли, блин. Да тут армия, это, блин, три юнита бегает вообще, не добивает вообще. Так, здесь надо переводить на четвертую, получается, дрончиков. Ла не верит в свой успех и что-то тянет. Так, Ультрал Кеверн пошел, третья броня, Коготь, первые 2-2 грейда там и там есть. Здесь бы газ надо добывать тут на этой базе, а на дальние минералы, получается. Была вообще не спешит, что делать. Рабочие, кстати, кончаются, минералы-то везде практически. Так, 4 роуча тут бывает, минуснул, по-моему, мародера и ушел. В это время кинь там дроп, 4 медивака прям наверх заводит. Коготь первый готов, надо бы еще коготь заказывать, уникальный грейд же делается, но пока он доделается, пройдет еще там больше минуты. Здесь роуч плюс инфестор от Лая собирается дроп встречать вообще. Ну и тройной на мейн-дроп, кстати, который Блай не ждет вообще. А ведь на эти ресурсы можно... Во-первых, можно крипт-уморами было бы мы, ё-моё, минус трейтер спайр. Ну здесь, ладно, здесь ультралы вышли как бы нормально. На эти ресурсы можно было бы что? Можно было бы стационарную оборону уже построить достаточно. Шпиль в другом месте Блай ставит сразу на второй базе. 154-178. А вот я... Отвечаю, сейчас Блайда настолько дотянет, что проиграть еще эту игру умудриться каким-нибудь чудом, блин, здесь. Это стандартный расклад у нас. Игру, которую давно надо просто пойти и выиграть. Сейчас беготня. Вот сейчас куда пошел? Блять, 170 ресурсов до хрена. Лимита 178. 20 лимита просто не занято боевого, блин. Любого, какого там, боевого, не боевого, не знаю. Еще 2 лимита овера нет на 2 плюс лимита. Так, пошел бы вперед. До этого сидел, боялся, теперь пошел и не боится прям, короче. Блядь, Мехос пошел фаербол, уже какие инфесты тираны фаерболь-то эти медиваки, блин, все это дело на фаерболе, эти ультралиски идут вперед. Еще инфест тираны, Блая выкидывают просто миллиарда. 100 на 160, кстати, фру выиграл, смотрите, инфест тираны все унижают, тут четвертую базу Блая сбривает. Роучи, Реводжера здесь есть, добивать. Надо вкопаться вот этими бы, порегениться вообще в ништяк бы было бы. Ну и сейчас ультралы новые выйдут. В это время, правда, дропы там отойдут от Кина. Но здесь ультрал упрыгивает, и она растерется. Ультрал взмахами клешня своих и мариков, и КСМ. Блай с Соларом будет играть. Смотрите-ка,
Блайт до полуфинала дошел, просто молодец. Не ожидал я Блайта такого. Такой прыти сегодня прям. На Солора проблевать. Но Солор это уже немножко другой уровень. Это не Кин даже. Опа, мейн. Когда-то тут Блаймейн начался, я не знаю, когда я проморгал. Но это уже ничего не решало, как вы понимаете. Уави 2013 переподписан 10 месяцев. Так, спасибо, Уави 2013. Ну что же, Блай против Солора сейчас. А, ты погоди-ка, ты уж как давно подписался. Ты еще вчера подписался. А Ник и вчера еще давно подписался, 27-го, что ли, какого-то. 28-го. Пошумел, короче. Так, ну что же, черкают карты. На секундочку отлучусь и продолжим.
Так, вообще, секунду захожу, ребят. Все, я в полуфинале Блай против Совара, ждем. Человек с тянущимся голосом. Привет, привет. Гейл пишет Солар, ребят. Абла играет пул первый без газа. Так, у Блая Солара 300, у Блая говорит 195, у него пинг был вообще. Ну что же, Влай собачками вперед активно бежит сейчас. Оббегает оверов соларовских. Ну, у Солара, кстати, тоже пул первый. Без газовой, кстати говоря. Так, ну что же, у Блая почти что скорость, кстати говоря, готова. То есть он газ добавил, но позже его добавил. И делает скорость сейчас собачкам. Он масит по максимуму лингов. И, кстати, если он так будет делать далее, то он сейчас еще и... Вот. Он сейчас еще и пробреет нафиг Солара. Так. Озвучки стариков. Старика менять это надо дополнительно покупать, короче говоря. Озвучка. От какого-то комментатора там или кого-то. Так, собаки выдвигаются, Блая вперед. Солар дронов тут строит. Будет закрывать он тут что-нибудь Солар, интересно мне или нет. Часть сверху, часть снизу забегает лингов, посмотрите. Солар все пытается эвакуировать. Что он делает? Да, эвакуируется на мейн там Солар. Блай приходит. Дроны, линги, Солар здесь бьются. Блай что делает, Блай? Блай на муве просто сливается что-то. Ё-моё, Блай, что ж ты делаешь, а? Какой бред сейчас Блай делает? Жесть вообще. Но собак все равно у него много набегает. Все новое и новое. Да куда ты в королев-то кликаешь? Через оклик делись. Пусть они на халде эти дроны ссаные стоят. Трансфьюзы попёрли. Трансфьюзы, кстати, Солару помогают. И Блай просто... Я вообще не понял, что происходило. Но Солар тупо жал холд рабочим, как бы. Или стоп, как бы они ничего не делали. И Блай в итоге, получается,
Он на мув, по-моему, жал, чтобы преодолеть холд, и в итоге его юнит утупили. У меня другого объяснения нет вообще. Ну это поражение уже, тут Солвера больше лимит, там у него Байлинг Нест. А ведь мог изи убить бы. Я, честно говоря, не понял в плане контроля, как это произошло, но, по-моему, Блайт слишком на мух очень нажал часто. Вместо того, чтобы через оклик полту подраться, как бы... Не отходил в какой-то момент. ГГ Блай вынужден написать, а ведь да, мог ведь убить. Билд был... нормально заходил, ну, видите, Солвер как бы справился. Так, лайф ждет нерча импакта, победили сейчас. Для второго полуфинала. Ну что, вторая карта, поехали. Так, даже название сейчас поменяю. Не получилось было первый раз Солвера пробрить, к сожалению. Но попытка номер два у нас сейчас идет. Поехали. Ну что, ребят. У Солвера пул первый. Нет, да, у Солвера пул первый, готов. А у Блай 17-я хата, газпул в этот раз. Блай играет стандартно. Солвер, наоборот, перестраховывается, получается, против Блая в данном случае. Ну конечно, что рисковать-то ему. И дроны вниз поперлись уже.
Ну что, Влад бегает в Саларку сейчас. Вот. Сам третью, между прочим, поставил. Видеть, что у Солара третьей нет, а Солар собак что-то масит прям активно и много-много-много. И у него скорость, кстати, раньше, чем у Блая будет, она уже готова, скорость собачья. Все, пачка лингов выходит, и Солар что, улынет прям? Так, одного Беллинга дома делает, двух в атаке. А, это Беллинг Баст от Солара еще оказывается. Вот это да. Кстати, для Блая очень опасный момент, у него нечем отбивать Беллинг Баст. И Блай скорость собак... Ой, я испугался, ребят, что Блай отменил скорость. Блай ни хрена не отменил. 6 собак Солар разрывает моментально. Это тупеж был сейчас Блая. Еще будет плетку убивать. Да, конечно, придет плетку. Здесь 3 королевы, правда. 2 Беллинга на мейн, плюс линги побежали. И Беллинги делюксовые такие. Как и линги у Солара, интересные. Похоже на 2-0, если честно. Вот сейчас Беллинг нормально зайдет. Здесь взорвет рабочика. И вот его печаль будет. Нет, все-таки не взорвал. Блай пока контролит. Ну, третью зато вынужден был отменить, например, базу сейчас Блай. Роуч Ворон уже есть, но роучи отсутствует. Все наглухо просто взрывается у Блая. Сейчас жесть какая. И у него весь боевой лимит, что есть сейчас, это роучи заказанные, которые отсутствуют в данный момент. Трансфьюзить надо королеву, конечно же. Что у Блая делает эффективно достаточно. И рабочий, кстати, больше у Блая. Отбился, смотрите. Поругал Блая, покаркал я здесь, что ГГ. А и вот Блая уже и нормально себя чувствует, вот как вы видите. Но все-таки в итоге Беллинги доходят, ребята. И Солар продолжал давить. Блай, по-моему, не поверил, что будет продолжение. И вы видите, здесь печаль полная происходит. Собаки просто унижают. Сейчас еще и королев Блай минуснет. Солар окружил одну, вторую, которая взбредет попозже. Нет, взбредет, собачки вышли вообще. На 32 по рабочим, здесь все очевидно, как бы лейер Блая не спасет уже его ранний. Рано расслабился, надо было плетку ставить на всякий случай, еще пытаться где-нибудь, наверное, Блая и роучи добавлять еще, а он что-то там начал лейеры делать, и в итоге, собственно говоря, и затерпел. Пытаюсь здесь развести, да хрен тут все разведешь вообще. Здесь Солар сам кого хочешь разведет на ведро воды. Тут Солар начал сам роуч клепать. Блэк рабочих отстроил, ему делает роучем. Но он пока рабочих восстановит. Прикиньте, сколько это времени пройдет. Печаль очень полная. И плюс один у Солара есть. И третий он ставит. И Блэк ничего этого не делает. Так, накидывают Солар на роуч. И собачками еще Блэк. Одного почти сгрыз. Но Блэк там реводжер разыскал. Грейпичит он, понимая, что здесь печаль. Ну, это ошибки, в общем-то, очень много ошибок у Блая было, и Солар победил, но Солар это, что могу сказать. Это тот, кто не прошел, конечно, в полуфинал ГСЛ, Сосло неожиданно слив, но он силен, он крут.
Так, Блай выходит из сети, а вторая пара у нас какая вообще? Непонятно абсолютно. Мерч против Импакта, они бьются еще, наверное. Здесь ждем. Четвертьфинал там еще пока что. Так, ну что? Так. Ну что же. Нет, к сожалению, в друзьях у меня ни нерча, ни этого, ни товарища.
уничтожу. Ничего, пока никто не идет, ждем. Сидим, а что делать? Блять, плейбой это лайф, и он ждет победителя как раз таки. Нирча там пара, еще кого-то. Я пока, мне хочется отойти, но пока я не отойти, вдруг резко придут, и игра начнется, там третья какая-нибудь, или не знаю. Поэтому я жду, сижу вместе с вами, ребят, и ничего не делаю. Пока просматриваю, что же у нас будет завтра, например, 1 сентября. Завтра у нас ни хрена практически не будет. Какой, кстати, завтра день-то? Пятница, кстати. Или может за грипстерами завтра сорваться. Ладно, посмотрим, посмотрим, ребят. Пока ни хрена не знаю я. Сорваться, не сорваться. Данный турнир, естественно, на YouTube выложу я. Вот, но это будет, когда он закончится. Сейчас посмотрим, когда закончится. Может, кампанию заново попрохожу, потому что мне заново надо проходить за тиранов, я уже сказал. Смотрю пока, что за погода будет у нас. Чуть суббота, воскресенье, 22 у нас тут стоит. Погода прям ништяк пока в начале сентября. Так, ну что же. Опять пошли. Не, опять я вообще как бы не шарю. Опятых реально, как бы я их даже не собираю. Вот надо будет какого-нибудь опята эксперта местного вот, попросить с ними разобраться. Вот, будет понятно. Вот. Нерч с лайвом у нас будет. Лисички вроде как тут. Надо ехать, короче, надо ехать чаще, а то вот как-то я ходил, и там, где я ходил, ни хера не нашел. Ну что ж, ждем Нерча и Элайва. Здорово, мистер президент. Здорово всем, ребят.
Напоминаю, что большая просьба, естественно, подписываться на премиум, поддерживайте меня, мой канал, по реквизиту описания через плеер, отблоки отключайте по возможности, в общем, рекламу пилю я. Вот. Ну а мы ждем второго полуфинала. Блай с Солором сыграли, к сожалению, Блай не хватило немножко силы, он проиграл 0-2, хотя в первой игре был близок к победе. Ну, если Лайф Нерча не одолеть, у нас еще и ЗВЗ финал может быть вообще. Что-то долго не числа, я вам тупят, если честно, не знаю. Так, прыгаю в игру я. Гвардия инвазит. Ну что же, начинается второй полуфинал Нерч против Элайва, ребят. Это не зеркалка, это ТВЗ, поехали. Депуха, газ-барак у Элайва, соответственно. Ну, у Нерча идет 17-я хата, ловит газ-пул, да. Вот на 17-м лимите дрончик едет ставить хатку. Оп, и хатка пошла. Ну что же, будет у нас тут. Да, будет у нас, соответственно, и газ.
У них чай-пул будет. Ну, я, если честно, я обычно, ну, не болею за корейцев, как бы. Но тут придется поболеть за Элайва мне немножечко. Почему? Да потому что не хочется мне, честно говоря, зеркалки никакой в финале. А если победит Нерч, то ЗВЗ будет, а тем более ЗВЗ не хочется мне в финале. Так, ГЛФФ не распишет. И отвечает ему. Alive. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Оп. Великолепно просто. Вот это окружение. Я не знаю, хотел ли Нерч так сделать или нет, но получилось для него лучше не придумать. Первого рипера так принять, это реально получить преимущество. Он не постреляет даже и тем более ничего не увидит вообще. Ребят, спать да, побольше надо. Но сегодня мне было необходимо, то есть я... Раз с корешами посидел немножечко. Ну, немножко там в машине посидели мы. Вот. А сегодня просто я обещал даже, что в поликлинике... О, какой скин на мопеда. Писька из дюны просто. Обещал даже в поликлинике очередь занять как бы для ребенка, для... энтеробиоза, и пошел, короче, в 6.30 встал, пошел в поликлинику, 5,5 часов поспал, как-то она... матчапы, скучность матчапов зависит не от зеркальности, не зеркальности, от того, как игроки играют на каком уровне. На самом высоком уровне любой матчап, в том числе любая зеркалка, может быть интересной, в том числе ЗВЗ. Вот. Мне нравятся, в принципе, все. Ну, даже вот, кстати, игре, если в первом StarCraft... Ну, в первый я сам процессом играл, во втором, наверное, из зеркалок мне больше всего на данный момент нравится ТВТ, потому что оно такое, ну, вот, интересное. И позиционное, и быстрое, с другой стороны. Ну, и остальные тоже бывают крутые иногда матчи. Так, один линк стоит. Вылай его Марики строится. 4 гелика, уже есть Рейвен полетел кот там. Харасити, третий цеха и выход в Steam идет активный. Ну я напомню, что сегодня 31 августа. Крайний день лета. Но не последний, потому что еще будет лето. Я надеюсь, в жизни всех меня и всех зрителей. Вот. Но последний день лета 2017 года. С другой стороны, привет, Eventman. Привет всем. Завтра осень начинается, ребят. 1 сентября, день знаний. Всех с ними я поздравляю заранее вас. Уже завтра, возможно, за грибами уеду, не знаю, посмотрим. Ну, да, ну стримов не было моих. Да так-то и вчера были, идут. А так, на выходных уезжал на армию 2017, о чем я сообщал. Сообщал заранее. Так, два дрона минус. Три дрона минус. Где они? Вот здесь вот автотурель была.
И на третий автотурель, короче, летает. Давай, карасик. Активно, они же законтроливать пытаются. Законтроливать. Копается спорк сверх. Криба достаточно много у нерчика. А как же ревены поживают? Они что, погибли все, что ли? Нет, вот он раз, и вот викинг еще висит, а здесь ревены есть. Да, и вот два ревен. Короче, долго они еще будут. Мне нравится, что зерги в виде ревенов, ну, никак сейчас шпиль не делают. Ну, все, гидролинга беллинга сейчас прочно вошли в моду и по-другому не играют вообще. Практически игроки. Так, здесь автотурель тоже, да, было, да, и здесь было 2-1 у Нерча грейды, уже вторая броня делается, здесь 1-1, причем Нерч делает ранжовую атаку, реально, то есть важный момент. Другие игроки играют этот микс, только миличные грейды делают. Ну, а лайф двигается по центру, то есть выход какой-то пошел. Здесь стенка такая, прям плотненькая. Армор есть? Да, армор давно есть. Конечно же, ребят, у вас есть уникальный шанс поддержать меня и мой канал этим летом. Последний день отключить от лоти на премиум посвящаться и т.д. Об этом я уже вам говорил. Вот дальше только осенью можно будет сделать. Ну что, почти готовы покатушки. Вот готовы покатушки у Нерча. Элайф не контролит дроп, прибежали что-то юниты Нерча, вообще убили его. Причем там больше 10 лимита погибло. Не очень контроль автотуретки, может рабочего дофокусить было вообще. Так. Шоу сидел в мини самолет, он сидеть не сидел, но заглядывал. Як 130-й, как бы, миги там смотрел, но пути, например, для ножки будет каковато. Идет нечто в атаку, ребят. Давить пытается, давить лайва. Медиваки падают, улавят эти модные танчики здесь со скином. Но они ему пока не помогают, как я посмотрю. Так, четвертая цеха улавила уже почти готова. А Нерч этого даже не видит практически. Зато автотурет пивает. Постоянно летает, ставит. Еще один из дронов уже минус. Второй Рейвен тоже весню. 8. Кстати, диспорка под него перекопана прям. У него зато 111 энергии очень много. Так, гидра с ПГ. Элайву один с КСМов минуснуло. 15 уже их погибло. Надо поаккуратнее быть, по-моему. Гидра пытается уйти в это время. На центре тут входит Элайф. Выносит крип, там выносит все, что может. 119-47, 4 ЦЦ. А у Нерча уже ультра вовсю поперла. 5 уже база стоит. У нас и турели не заходят так, как раньше. Ну и Элайф решает, что надо давить. Тайминг 2-2 у него подходит, и Биуры там достаточно много тут сделать вперед. Плюс Рейвены там с автотурелями. Тимится Элайф, как-то проморгал момент, когда танки надо было прикрывать. Нет, план убивает ГГ. Что Элайф 1-0 Нерч. Ну и близкие мне будет к финалу ЗВЗ, соответственно. Фух, прошу прощения. Теку играет.
прыгаю в игру. Так, ну что же, погнали, ребят, вторая карта. iLife против Нирча. Ну что же, как я сказал, к ЗЛЗ мы близки.
Так, ну что, погнали, открыл. Наши лучи атакованы. Развитие за... Открыл какую-то очередную тему, срача, короче. Какой-то СНГ, то есть... Просто мне нравится. Приходит какой-то додик, ё-моё, который сидит даже у меня на стримах и пишет какие-то там темы, короче. На гудгейме там, то есть... Блин, очень интересно, как его. И требуют там, чтобы что-то кто-то там что-то где-то делал. То есть все у нас темы будут писать, а кто-то должен что-то делать, что-то там где-то, ну понятно. Смысл я понял, не ново. Поехали, ребят, давайте игру смотреть. А то что-то отвлекся от нее совсем. Ну, сегодня, как я говорил, уже очень рано в поликлинику вставал, поэтому... Это нормально. Интересно, нерчик, кстати, хата берет, смотрите. Во второй игре не берет карманную, получается, базу, что он боится либо дропов, либо просто по четвертую оставлять. Но если вот вы так базы берете, нужно не забывать вот этот криптумор, например, который на мейне, его не надо куда-то вниз пытаться вести. Им надо вот соединить рампу, допустим, с крипом, с мейном, что, собственно говоря, он уже сделал этот криптумор, хотя тут мало крипа. И да, тянуть вниз и вот так вот крипом обтягивать по периметру вот сюда. И он будет замечательный вижен давать там и на вторую базу как бы защищать получается. И вообще что-то нечего по лимиту в гигантском плюсе здесь по сравнению с Элайвом. 81-56. По рабочим, правда, так. По рабочим 43-57. Это раз 3 цеха достаточно раннего Элайва. Плюс 2 барака пошло. Еще 5 будет сейчас работать. 1-1 грейды. Заказано. И все дела. Ну что же, 1-1 грейдики, ребята, у Лайва почти уже доделались, 30 секунд остается, соответственно. Ярмарь заказа, то есть в этот раз по грейдам, значит, лучшая ситуация. А у Нерча почему-то с одного... А, нет, да, у него с одного эволюшн, у него уже броня-то уже готова первая. Сейчас будет 1-1, почему он ренжовые игры делает? Вот мне нравится, что Нерч играет в гидролинга-беллингов и делает ренжовые грейды. Это редкость вообще, чтобы игрок играл этот микс, как бы и делал ренжовый грейд на атаку. То есть обычно милишные идут грейды, я уже об этом говорил и не раз на самом деле. Вот. Ну а тут 2-2. У Лайва вот в плане макро пока что у Лайва все ну прям ну очень четко выглядит, но... Ну, у Нерча лимита больше и уже хайф повифигайся. Ну, Нерч тоже, прикиньте, 4 базы, 70 там дронов, 150 лимита и уже хайф попер. Ну вот дроп от Элайва, здесь трансфьюз не успевает, если бы трансфьюзнулся, выиграл бы пару секунд бы, нерч бы, но в итоге Элайв, хотя дронов, смотрите, покусит именно дронов, и 11 уже сбрил, как бы, и, во-первых, во-вторых, и разменялся, и пару королев, то есть дроп достаточно выгодно зашел.
Ну, он не критичен для нерча, то есть 10 дронов он сразу же дозаказал. Королев у него сколько? 4 есть, то есть на все хаты. Ну, хотя нет, здесь макрохаты еще даже не на все есть. Надо королев парочку штук нерчу заказать. Ладно, там трансфузов может из 4 хватит, тем более часть энергии подкопила королев. Но крипто кто тянуть дальше будет вообще? Крипто тянуть будет не по... непонятно пока что. Сколько места на диске лотов занимает? Я, честно говоря, не помню, но... может, кто-то подскажет? Мне кажется, гигов 8-то точно он занимает. Может, даже побольше. Потому что компания там... это как-то так качалось. Но больше занимать, что там реплеев наверняка хранится много. Так, 3 дрона минус на мейн. 9, ему 3 автотурели просто прилетел район выстрел. 11, дрон 12. Минус еще сейчас этого могла добить автотурель, но не добила. В итоге Тралис Кеверн заказан. Резкий урыв. ЦЦ ха минус, смотрите, не аж ЦЦ-щику минуснул. Лайву четвертую. Ну, Лайва зато третий атак заказан. 170 лимит на 60. Ресурсы есть на ЦЦ-ху заново строить сейчас и перелетать нормально. Факты 2. Старпорта 2 рейндж либератором пошел, кстати. Ценно очень апгрейднул их против ультралов. Именно он-то серьезно и решает. Так, залетает дроп. Нерчи увидит. Ну, что-то он как-то медленно на него реагировал, пока сейчас прибежит. Хотя тут линги очень быстро прибегут. На крипе, тем более, хочет стимиться. Будет ЛФ. Да, стимится ЛФ. Собак просто уничтожать. Убил пул. По-моему, адреналин был. Да, адреналин не доделался. Ну, ладно, адреналин не так критичен, как в первом Старкрафте. В принципе, Зергу, ну, тоже играет хороший. Очень даже. Так, еще 3 автотурели. Рейвен упал, зато королеву сбили автотурельки. И 5 дронов погибло еще. В это время Элайф тут заходит ко второй базе. Весь крип вообще почти что около второго убил. Несколько оверов забрал с собой еще. А Нерч опять четвертую ЦЦ-ху отменил. Ну, Элайва здесь такая группа интересная. Станет из танков, из либераторов и из био. Но медиваков вообще нет, например, в этой группе. Вот все медиваки, что есть в наличии. А нет, четвертый где-то еще есть. Вот он домой полетел. 4 медивака. На такой стадии, мягко говоря, немного. Но... если аккуратно стимится био-юнитами, то, в принципе, 4 медивака может ухватить. Так, Микос. Да, Микос от нерча сбиваются все медиваки. Все, остается в итоге один дома медивак. И нужно Элайву. Вот в такой ситуации обязательно нужно закайпить. Смотрите, вот не понял, зачем ты Элайв здесь стим нажал почти на всех юнитов. И вот как раз понятно становится, почему нужны еще медиваки. Один медивак, что он энергию потратит, даже всех не вылечит до конца. На мариков-то мало надо, но на тех же мародеров больше надо потратить. Да, вот 3 медивак заказано, 4 сейчас будет. И что-то складывается, Элайф. Куда он собрался двигаться? Инкам просто резко там за 3000 подпрыгивает, потому что 6 мулов качают. 6 часов сейчас, а эта база новенькая самая. То есть на эту забил, зато здесь занял в итоге Элайф. Нерч не законтролил. Ну и там... 3-2 грейды у нерча, 3-2 милишные, третий коготь не заказан, есть одна оранжевая, так вот, вторая оранжевая пошла, кстати, можно коготь третий еще во втором эволюшне заказать, почему нерч не спешит этого делать, ну а Элайф пытается агрессивно действовать, нужно либератора взять, не знаю, что он ждет-то, возьми либератора, пойди вперед и крип позачисти. Скан пошел, скан, ну, кажется, зачем скан, здесь есть либератор, это не для того, чтобы крип вычистить, естественно, это для того, чтобы... получить вижен. Так, заходит нерч сзади, но Элайва Бейлингов принял.
Ультралов принял здесь задних просто. Спереди танки в танковке либератора у Нерча так бомбануло, что Лайф его в такой кал просто развалил, что он ливнул сейчас. Ну, а ведь планировал такой, типа, сзади зайти, все по скиллу. Ну, 1-1, ребята. И Лайф нас может от зеркалочки-то спасти сейчас. Это было бы круто. И Лайф Солор, я посмотрел бы такой финал. Я посмотрел бы финал и Нерча Лайф. Если бы это было финалом, бы, конечно, но это не финал, к сожалению. В игру. Ну что, ребят, третья решающая. Поехали. Я не знаю, кто куда смотрит, Лёлик, на размер игры там и т.д. Ну вот, например, у меня сколько вин там? Сейчас скажу, сколько я уже забыл, сколько вин. Ну, терабайт получается, винт у меня и чего? Ну и в итоге как бы уже не хватает его. Потому что только записи с камеры там гигов 400 с чем-то уже, по-моему. Еще надо брать другое, еще сейчас винт будет. Про отцом вчера хотел запариться, кореш мой не работал, выходной был сегодня, вот я не знаю, после данного турнира, может гонять туда, к нему, но я пока не знаю, посмотрим, как финал, но я так думаю, что компанию сегодня проходить я не буду, потому что, как бы, я и так, бывает, что-то залипаю, потому что поспал сегодня 5 часов, но надо было встать, поликлиника, ребенок, то есть в садик скоро это важнее, чем все стримы, вот, вместе взятые, естественно, но... До конца точно достримлю, потому что я на компании буду спать вообще сидеть, как бы молчать. Это, ну, не охота. В компании надо с настроением проходить. Хотя, с другой стороны, вчера, блин, обидно, досадно проколол переднее колесо в велике, где обычно заезжал, короче, хотел, ну, заехать сходу. Здесь прям там на поребрик как бы запрыгиваешь, такой склончик небольшой, наверное, по грудь как бы, ну вот, и там камешки как бы, и там видно вода текла, и там просто стекло торчало вертикально. Так проколол, что, ну там, за три секунды просто колесо сдулось. Вот, ну, посмотрим, в общем. Стримить сегодня продолжать что-то сил уже нет особо у меня, поэтому, думаю, да, придется тормознуть.
А компания это долго, и есть миссии, где надо тупо ждать, сидеть, как бы, то есть надо что-то комментировать в это время. Так, такое самоче, поэтому как печально. Гигабайт когда-то был. Вот, у меня лежит винт, короче, от самого первого моего компа. Вот он, короче, не буду раскрывать. По-моему, он 20 гигов был. Или 40, ну, скорее всего, 20, мне кажется, он был. Вот, и я его не выкидывал, потому что там наверняка какие-нибудь фотки прикольные есть. Надо сейчас компом будет заморачиваться, попросить, чтобы не скинули их. Вот. Я думаю, все ок. Ну 20 уже много раньше было вообще. Жестко. Че задуматься мне надо? Не, хз, что там, мне надо винт, хотя мне надо еще внешний взять, что у Даши фотки, там мне куда скидывать фотик, там всякие. И еще внешний винт нужен, как бы, откуда-то взять. Мне, кстати, был давно внешний винт, как-то на... Откуда, это много лет, хотя нет, много лет назад было, как бы, помню, выиграл, да, где-то или что-то откуда-то у меня был на 250 гигов. Я там корешу своему за полцены продал, потому что ему бате надо было на днюку подарить что-то. Вот, а сейчас хз, короче. Ладно, надо с этими вопросами. Блин, столько на железо надо. Много бабок вложить сейчас на железо будет. Ну, а что делать? Для меня это важный момент, естественно. Так что давайте смотреть просто, что происходит. Так, ну что? Пошел выход. Так он, это не я не мажор, я наоборот, мы как бы бедно жили достаточно, ну и как и все, собственно, как много людей. У всех были комп. У меня первый комп, я даже не буду врать. Мне, наверное. Ну, уже я в институт ходил. То есть он не в школе появился у меня, как бы. Вот, получается. То есть это уже год 2003, 2004, наверное, как бы. Врать не буду. Хранилище. ЦПХ, блин. Короче, ладно. На самом деле... Какого хранилища? Винт надо, винты. Терабайт сразу не забываю, не забиваюсь. У меня вот терабайт этот долго забивался. Ну кому-то-то надо, например, да, там как бы больше пространства, чем мне. Интересный момент здесь, смотрите, Муталис пытается нерчевский винт писать. Как вдруг грамотно Ким дропнул. Ой, Ким, прости, Лайв дропнулся сюда, прикрыл свое отступление. Естественно, с депохи, стенка из депох, плюс 2 на третьей базе, 2-2 грейда, нерч муталинга беллингов, играет в этот раз такой более агрессивный у него стиль, а Элай вперед пошел.
Так, в это время Лайф тут Рэйвеном полетал, еще Мейн расхарасил. Но здесь принял решение назад мишку отступить, потому что... Почему? Потому что нерча что-то тут многовато. На ХГ передроп пошел. Интересно, здесь танчик Сиджинса, кстати. Так, Мариков и Лайф пытаются увести. Все, потерял просто на муве. Нахрен летал-то? Дроп, мисты, уйди назад, база-то рядом находится. Чуть-то, блин, на пятачке на этом туда-сюда дропается. Ну нахрена вот-то вот это вот надо? Зачем было тупить? Пытаются Лайф Тором тут на Тор со скином, как вы видите. Это что, Тор? Нет, мародер. Да, блин, со скинами ни хрена не понятно, кого строят даже. Медиваксус скинул 5 рабочих на 3 минус, а это не предел. Но здесь Беллинги затормозили, смотрите, КСМ-ки в итоге уходят. Молодец, Лайф. Вот идиот, я только порочи похвалил, а он просто в газ рабочих привел 20 минус, там все в стейке бомбануло. Ну надо было так и простоволоть сейчас. И здесь мутка на унижала за ВЗ финал, короче, ребят, ждем. Я думаю, я его, точнее, не думаю, я уверен, что Лайф здесь не перевернуть эту игру. Здесь все очевидно абсолютно. Тихо, они экзамен сдал за 1 мегабит планку памяти. Не понял смысла фразы, типа планка была взяткой, что ли, или что это? Что значит за планку сдавал? Так. Чуть не убил здесь цеху строящую свою Лайф, что-то психанул. Мне рассказывал человек, с которым вот я на... Макс, ой, на Макс на армию 17 ездил вообще. Вот, там я ездил с, получается, один туда поехал, но обратно и там, жил, короче, в гостишке с, там, короче, девчонки, с которыми я учился в институте, их начальника, и вот, он на машине его гоняли, я не знаю, сколько ему лет, ну, как бы, 40, наверное, вот в начале 90-х рассказывал, как в политехе у нас кто-то учился, там был комп, который, ну, там, с этими, с бобинами, со всеми делами и размером, там, шкаф такой, типа, там открывается, типа, 92-й, 93-й год, наверное. Вот, а у моего другана лучшего, который был комп. Короче, ребят, везде забегание, Лайф-то держится, ребят, ну, тут еще я что-то рано похоронил-то его, посмотрите-ка. Элай сейчас глядишь и втащит еще. Правда, почему-то он отменил, походу, третью эту. Или он только атаку заказывал у моего кореша, лучшего другана, уже в то время был, ну, персональный компьютер. Иностранный, где-то 93-й год. И с первым-вторым классе ходил к нему на день рождения. У него батя был информатиком в нашей школе. Вот. Мы там играли в игры спортивные, там, слышь, там, с трамплинов прыгали, там, и т.д. Потом, я помню, к нему гонял в Warlords, мы там играли в такую игру. Прикольная, кстати, на то время прям штука. Вот 102-150, Лайф попытался прессануть, но вынужден уступить, не получилось, ребят, по игре. Чуть-чуть информации, помимо воспоминаний. Вот. Ну, поэтому сейчас, как бы... Он там в Google работает, братан его в Microsoft в Дублине. Вот так вот. Старые-старые времена. Трансформеры еще там всякие были в моде там и т.д. Ну что, Нерч против Солара 2-1, Нерч и Лайва победил, за ВЗНчик финал.
Нужно переименовывать. Перфокарта. Ну, может, там, наверное, может, перфокарты и были, а хз, как это все выглядело и на что было похоже, ну, то есть... Так, мерч PT Life. Проиграл, то есть у нас соло против мерча, точно, я чуть туплю, сижу. Ну что же, финал. Посмотрим, как Нерзева готов сыграть. Жаль, конечно, что не ТВЗ, но а что делать? Будем смотреть. Зато есть не кореец против корейца в финале. Этот плюс, я считаю, да, как можно поболеть за Нерча, чтобы... Смотрите, как он, какой уровень получается игры. Ведь Solar это топовый корейский игрок на данный момент. Вполне себе такой элитный, как бы. Посмотрим, как они с ним сыграют вообще. Собаки съели инженерку, да я понял уже что-то. Так, вошла реклама, ребят. Помните, что последний день лета сегодня. И помните про то, что просьба отключать отблоки и поддерживайте меня, мой канал по реквизиту писания через плеер. Завтра начнется осень. Осень достаточно плодотворное время для StarCraft. И вообще, как бы, ну, потому что BlizzCon осенью проходит. Много изменений будет. Короче, посмотрим. Посмотрим, что там в итоге будет у нас. Вот. Как я отношусь к трансформерам. Каким трансформерам? Старым трансформером игрушкам. У меня их было очень много. Как очень много? Много достаточно. Очень это, наверное, у некоторых детей всяких там. Может быть, и было вообще немерено их. Ну, достаточно много было, я помню, трансформеров. А так нормально относишься, как к ним еще относиться-то? Это ж детство наше, такие игрушки. Футболка. Ее я выиграл в 2010 году на каком-то турнире в Питере, помню. На каком именно точно уже не вспомню, но было дело. Ну, это официальная Близзардовская была, там я помню. На каком-то туре как раз выиграл еще этот StarCraft как раз лицензионный.
делюксовый там, короче. Уол делюксовый. И... Может, на этом как раз футболка была, не помню. Еще какой значок там Протсов был. Железный официальный. Вот и... Он у меня на ключах висел, пока сейчас такое колечко там не оторвалось, вот, и пока она где-то там валяется, не знаю где. Ну что, Solar 17-ю хату Гаспул играет, Нечпул 1 играет, пока сначала собаки, если будут заказ, то без газа они будут, ну а потом и газ будет добавиться, скорость. Solar скорость чуть-чуть раньше будет вообще. Время, кстати. Уже 5 часов, уж короче, это я, блин, да. И затянется к 6, только освобожусь вообще. Ну что же. Скорость у Solar'а заказана, у Нерча еще газа нет, как я и говорил, конечно же, у Solar'а будет раньше, ведь газ-то он раньше поставил скорость. Это очевидно, что на таком уровне не втыкается, хотят грейд заказать. Привет, Mozilla, привет всем, кто недавно подошел. Так, ну и мастится дрона активно здесь, соответственно. Парочку есть уже на второй базе у Нерча. У Solar'а тот же процесс происходит. У Solar'а Bailing Nest заказан. У Нерча пока нет. У Нерча плюс королева еще пошли. За овером он не стал гнаться. Решил, что, ну, может королеву, видимо, потерять. Не знаю, почему не побежал. И криптумор снизу один пошел. Так, пошел эволюшн у Нерча. Лейер заказ. А, он вообще без скорости. Собака играет. Смотрите, через лейер в роуч, я так понимаю. У Solar'а там 9 секунд до скорости. Собаки, кстати, могут сгрызть дрона эту. Успел заказать спорку. Тут Solar у нас. Ну, молодец, что успел. Нерч проверяет мейн. Видите, Solar отменил апгрейд на скорости. Чуметь просто. А, он пробежал собаками, он все спалил и отменил нафиг. Понял, что говорит, не надо мне нафиг этот грейд, я лучше пораньше хатку закажу, пораньше лейер потом закажу, там грейды. Ну, у Нерча, кстати, вот у Нерча есть эволюшн, чуть-чуть он ничего в нем не делает, хотя ресурсов дофига. Сейчас плюс один только заказал, зато треть хаты нет. Ну, по рабочим плюсе 37, 38, 32. Посмотрим, сколько в итоге будет. Я никуда не спешу, я аж грил уже сегодня, что... Лег стандартно в 0.50 вчера, а вот встал в 6.30, потому что нужно было занимать очередь в поликлинике, чтобы нашу врачу свести. И я хотел попроходить кампанию первого StarCraft, но просто эта кампания, ну то есть здесь-то события какие-то происходят, здесь не надо ничего там это играть, как бы напрягаться, здесь я хоть смогу поговорить. В кампании я буду выглядеть там сосредоточен, потому что мертвый состояние, и буду молчать, как бы не комментировать, скорее всего, вообще. А это нафиг не надо, короче, это не очень будет, поэтому я прерву сегодня, вот, и уж завтра мы увидимся, наверное. Хотя завтра, если будет возможность, найду с кем-то, за грибами хотел бы съездить. Так, такой у нас период сейчас грибной пошел. А, у меня еще грибы чищенные со вчера стоят. Ничего с ними не сделал. Надо идти, короче, грибцы делать домой туда. Вот и придумал, что делать надо я. Замечательно. Так, три роуча от Нерча, что приходит. Три дрона заплевал сейчас и ушел без потерь. Нерч вообще нагло очень действует. Ну, а как еще здесь действовать? Плюс один почти готов. И шпиль сейчас будет. Нерч вообще на шаг впереди по сравнению с Solar'ом. В целом. Но у Solar'а, например, роучи тех же больше. Ну, то есть...
У него уже есть 9 против 8, точнее, против 9 нерчевских. И у него заказано еще там 8, по-моему, было. Но у него чай сейчас будет шпиль, он в любом случае как бы встретит смуты. И у него, кстати, ресурсов-то подкуплено. Все, 7 муталисков сейчас закажет примерно. Да, пошло именно 7 муталисков. Здесь его нету спорок, ничего нет, чтобы мутку увидеть. Если как-то хитро облететь вот здесь, вот, например, вот мимо вот этого овера, вот так вот сюда. Вот. Причем сокращать даже не особо можно прилететь, и спорки не будет вообще. Так, плюс один у Нерча, у Солора там какие-то эти реведжеры заказаны. На центре овера плюс оверсира неч подбревает. Решил не наглеть вообще жестко. И поминусовать овера, чтобы какой-то гарантированный дэмэдж, да, там Солору нанести. Здесь увернулся от фаерболов овером своим неплохо. Оверов Солору что-то нашатал неч нормально. Куда побежал-то Солор? Сейчас я чуть не понял. Муталиски прицепляются сзади. Солор идет вперед. Сколько у Нерча роучи вообще? 15 есть, 10, 15 роуч. А, они в тыл вообще в размен пошли, очуметь. Здесь королева есть. Здесь встречает мукой плюс роучи меня. Сейчас ступать пытается назад. Солор может крит дэмэдж экономики такой гигантской массы юнитов нанести. Но здесь Нерч уже 3 королевы, кстати, тоже сбрил. Роучи выходит, плюс мутка новая выходит. Сейчас брудлинги будут выпрыгивать. Брудлинги нормально напрягают. Фаерболами рабочих там тушат Солор. Ну, Нерча уже по лимиту, смотрите, близко, и Солор пишет ГГ, понимает, что и там дэмэдж получилось, здесь. И здесь Нерч отбился. Нормально, нормально вообще было это со стороны Нерча. Очень хорошая тайминговая мута, плюс грамотная контратака. Сейчас, например, я чуть расчуть. Так, клюет. Клюю бывает, что называется. То есть залипоны такие идут периодически. Я думаю, что сухую нечь Солорану не должен обыгрывать никак. Но я вижу, что он уверенно действует и очень сильно играет. Ну что, ребят, вторая карта, погнали. Рекламку там пильну. Нерч молодец. Нерч тащит. Тут нам бы Нерча бы такого, да? Который бы тащил вот так вот. Надежда СНГ, да, Нерч. Нет, не Надежда СНГ и Нерч. Это звучит как-то все-таки пошловато как-то даже. Пусть он лучше горит бомбить там. Польска, товарищ. Курва, курва. Что-то вспомнилось мне, какая-то хрень такая. Ну что, ребят, Солор желтый, Нерч синий, как обычно, Солор 5 часов, Нерч час дня, и погнали. В этот раз оба в хату играют, соответственно, 17 в хату гаспул. Солор опять чуточку раньше начинает газ добывать, но на один получается приход, то есть на секунды-две, может, позже направил.
Не один урон, просто один, одну вот эту сферу газовую приносит раньше, или что он такое у нас, него какая-то круглая, да, хрень? Хотя снизу она выглядит как и ни хрена не круглая никакая, да? Непонятно, короче, что это такое? Так, начинает еще. Убрал одного дрона с газа, оставил два на газе. У Солара три дрона осталось. Осталось газ добывать по рабочим. Нечто на одного отстает почему-то. Почему он отстает на одного? Ну, то есть он на одного меньше построил, очевидно, да, как бы. Вот. Ну, тут будут колебания какие-то там в пределах рабочих. То есть билды там могут немножечко меняться у игроков. Да, там вот один что-то пораньше хочет сделать, вроде что-то попозже. Один вот строит Беллингнес, Солар нежно не строит Беллингнес. То есть это уже там разница какая-то. И возможно, вообще билды будут разными. Возможно, как-то поначалу будут более-менее похожи. Потом они на разные ветки разойдутся. Так, нет, смотрите, через оклик собак солдровских. 6 забрил, 6 в 6, что 3 осталось. Нормальный расклад такой. Пойди, нет, принимает бой. Еще с лингом, смотрите. Еще двух сбрил с потерей одного. Да нерч мистер эффективность. 4 собаки на 8 разменял. Хату нагрыз Аки царь вообще. Дэмэджа нанес ей несколько сотен. Каких сотен-то тут уже? Хата сейчас погиб. Еще и два линга убежит вообще. Очень прикольно нерч все делает здесь. Ну и тем более контроль собак. Это дело такое щепетильное. Называется не уверен в своем контроле, не контроль. Потому что зачастую многие игроки, которые пытаются собак там отводить, теряют драгоценные доли секунд, за которые они не кусают. То есть нужно отвести и сразу же атаковать. Начинается все это надо идеально абсолютно делать. Проморгал, там тебя на раз больше кусили. И наоборот, проигрываешь, проигрывают, как контролить. Начинают все это нередкое явление такое. Во втором строе, да и в первом там. Первым-то, конечно, не такое. Не так немножко было. Здесь собаки, они маленькие юрки с гигантской скоростью все-таки. Они бегают еще все вместе, как бы уж тяжело их там выделять, да, там по одной, во второго, в первом, по другому немножечко. Как... Ну да ладно, что-то я про собак все заговорился. Ну, Нерч молодец, очень грамотно он все делал. Двух беллингов на двух лингов слить, но это вообще не скиллуха совсем, от нерча сейчас поперла какая-то. Так, собачку минуснул. Еще одного линга минуснул. Так, три дрона здесь, три дрона здесь. И шпилец попёр. Опять же у Нерча, но тут, в общем-то, война лингов идет. 12 дронов не строит, обезопасит свою третью хату, получается, агрессии. Солар как-то беллингов сливает, непонятно сейчас, как это происходит. У него роуч первый выходит, кстати, у Нерча сколько много лингов, он накидывается прямо на третью базу Солара. 4 дрона минус, Солар пытается рабочими, все еще 26 уже минус, 7-8. И печально здесь все, по-моему, у рабочих стало. Будет нечто там дронов-то догрызать? Да, парочку-то еще точно взгрызет, походу, дело. Это один везло там одному дрону. 13 рабочих и королеву сгрыз. И, посмотрите, 20 лимита разница. Солара, правда, боевого намного больше. Но у него опять роучи голые, смотрите. И он даже не дозакал еще роучи. У него 10, ладно, сейчас 20 было вперед, поломился по намуве.
А тут 9 муталисков сейчас выйдет, по-моему, они точку сразу в этой игре могут поставить. Спорок-то вообще там нету, получается. Ну да, как-то прям опасно. Прямо как-то, блин, опасно. Одного муталиска нужно оверсид направить или сразу всеми сбить. Сразу всеми не сбивает и вперед полетит сейчас. Четвертую, конечно же, отменят. Здесь спорки успеют достроиться, не слишком быстро строятся. Ну, минус 2 овера еще будет стопудово. Вот они, кстати, один из них демеджены. То есть он моментально погибнет. Падают оверы. Саплай блок у Солвера. 5 он оверов вынужден заказать сразу же. Ну, дрона-то минуснуть можно. Так, не аж видит спорку. Минусует ее, понимая, что она уже не достроится. Еще одна спорка есть. Ай-яй-яй, сейчас... Вот этого дрона не доподрезало, по второму не ударил. Ударил бы по второму, так Глейбом бы, возможно, и тот бы погиб. Но что-то тоже, конечно, не законтролил. Эволюшн на халяву можно подрезать. Здесь вторая атака делается. Вообще цель важная достаточно. Здесь что-то соло роучами пришел, ни хрена он не ушло. 10 гидралов я вижу в заказе. Сейчас вот 2 стоит. Нерч видит, что как-то они кривовато стоят. И опять не хватает. 1 хп что-то. То ли Солару везет, то ли Нерч не доконтроливает. Наверное, тут и то можно сказать. Получается. Так, здесь хоть Солар выходит, у него там 5 гидралисков. Нерч просто на халяву всех забирает просто. Сейчас. Суп гидралисков Нерч убил. 7. Хладнокровно, кстати, Нерч действует. Мут это все 9 штук было, кстати говоря. А гидралисков Нерч хорошо развалил. Роучи идут вперед, Нерч какой-то налом делает, но вот это не... Планированный совсем налом. И если вот сейчас, вот мне сейчас ставят все так, то у Солыч с Роучи Гидра микс будет эффективнее, чем у самого Нерча. И может затянуть он. Но с другой стороны, здесь плюс 2 у Нерча, здесь Evolution восстановлен, грейд не закатан вообще. Вот, и Люркер Дэн пошел. Ну, 161, 118, 92, там на 50 с чем-то по лимиту будем. Вот Нерч уже... С фаерболами, с реведжером приходит. Ну, по ДПС у реведжера, конечно, не сравнится. Не сравнится с гидрой, но пару фаерболов зашло, и уже можно сравнить. Это важно фаерболами попадать. Плюс фаерболы, как я уже множество раз объяснял, что фаерболы это такая вещь, которая ДПС снижает оппонента, заставляя его армию бегать из стороны в сторону, уклоняясь от них, в то время как твоя атакует. То есть у оппонента нет реведжеров, то ты вообще очень в большом плюсе. 1-2-0, ребят. Нерч что-то прям вообще бомбастер какой-то конкретный. Как он так разрывает прям вообще. Молодец. Ну что, камбэк от Солара будет или как вообще? Или не? 3-0. Может, пинку Солара, конечно. Нет, что же не на своем сервере на Америке играет. Но у него получше, наверное, чем скорее, мне кажется, ситуация. Хотя я не могу утверждать на 100%. Писал, нет, что не улагало с Блайм, но потом сказал, что все, отпустил вообще. Ну что, пацаны, третья карта, Solar Nerch, что-то под весончик у меня опять произошел, на счет проставить, хотя ПП поставить, конечно же, пока я сейчас пильну рекламу.
Вот, ну а вы помните про поддержку, подписывайтесь на премиум, поддержите меня и мой канал, естественно, по реквизитам через плеер. Всем за это громадное спасибо, кто так делает. Вот, блоки отключайте. Это важно. Лето кончается, последний день сезона, последняя возможность поддержать, посмотреть StarCraft летом. Завтра 1 сентября, кто-то возвращается сюда, получается, учиться, будут смотреть стримы, кто-то может работать начинает, не знаю. В общем, для StarCraft на самом деле все это положительное время, как бы, и... Здесь будут BlizzCon осенью и всякие турниры, и на следующих выходных 8-10, кстати говоря, DreamHack Montreal будет. 8-го, правда, я буду на свадьбе. Вот. Ну, 9-10 точно буду стримить. Такие дела. Давайте в игре я чуть побуду. Я сейчас посмотрел, что там за турниры. Сегодня фрирвусь, ребят, после данного стрима. Я бы с удовольствием бы проходил сейчас компанию, но... блин, спать охотно, как бы сонная очень. Ну вот, поспал всю 5 часов с небольшим сегодня. Отлично, я скажу, что в поликлинике очередь занимал, вот, для ребенка, чтобы свести туда его. Ну и вспомнилось, что грибы надо мне приготовить. Вот, стояться вчера, во-первых, с картошечкой, с лучком. Ай-яй-яй. И арбуз думаю купить, а то какой-то недавно поехал к Маше. Печора, блин, Петюр, говнище полное, надо сходить к азербайджанцам, может они какой-нибудь нормальный продадут, скачать, продать нормально, а то говнище какое-то последнее время подать. Смотрите-ка, ребят, от нерча два овера делаются, это передроп собак, причем в ЗВЗ передроп собак от нерча, и передроп на вторую базу и в лоб давление, очень интересно, смотрите-ка, как интересно здесь у нас получается-то. Солар видит лингов? Да, Солар видит лингов. Здесь сейчас лифт будет прямо на мейн. Часть собак на вторую пойдет. Ну, посмотрите, здесь сразу же примет Солар. Этот дропчик нерчевский. Ну, так и что, их будут грызть, как вообще жесть просто, как их будут грызть. Фалингер поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает, лет не поддержусь. Опа, ничего себе, спасибо, Фалингер. Смотри там. Главное, не в счет. Не в счет своего питания на учебе где-нибудь там. Не получилось у нерча продавить, но он по рабочему уже в плюсе, смотрите. Что-то Солар передефился в итоге. Нерч его обманывает как хочет. Так, что насчет 23 числа, Рамчик? Ну, вроде как я пока видел информацию, что все там отменили, как бы, и походу, то есть это вообще мы говорили, ай, наверное, это не в тот день, когда ты был, что Синергия, там вообще этот Чкалов фестиваль собиралась организовывать, такая шарага, которая вообще, ну, просто дипломы продает, как бы, ну, и вообще она какая-то там чубайсовская хрень, может, вообще людей развод на бабки был, не знаю. Если что-то будет, как бы, в московском регионе или где-то у нас тут близко, как бы, авиация, то я поеду, наверное, как бы, в любом случае. Но пока что вроде ничего не это. Так, где ты себе машинишь место в качестве судьи? Я уже что-то про то, что рассказывал, уже что-то уже из головы вылетело.
признаться честно. Ну, кстати, Solar тоже намасил дронов, у него больше, чем у Нерча стало, рабочих уже даже. Ну, а, хотя нет, тут Нерч тоже добавил. Короче, качели 64-63, ребят, почти вровень идут игроки. И у Нерча, опять же, раньше шпили, смотрите, разница. Агрессивный Нерч, он коготок делает, а Solar броню, то есть конфликт. Кто сильнее, коготь, ядовитый коготь польской курвы? Курвы Нерча или корейского проходимца Солара просто, который английский язык знает из многих корейцев. Немногие из корейцев знают английский язык. Сейчас посмотрим. Солар просто масит собаки. У него 46 уже на 31 нерчевский. Ну, Нерч, кстати, тоже добавляет лингов, между прочим. Вот они побежали вперед. Спалил Нерч? Да, спалил. Так вот, контрзабегание делает Дижикра. А, он передумал, потому что собак слишком много бежит. 10 муталисков Нерч заказ. А, у него и беллинги есть. Так а что у него беллинги есть? Ну да, правильно. Не, принятие решения у Нерча на высоте всегда было. Он правильно вступил, у него беллинги есть. Как бы, и что тут собаки в итоге должны сделать? Солоровки. Ничего они не сделают. Конечно. Еще и мутки 11 тысяч заказано. Ну, Солар тоже сейчас где-то 11 муталисков заказ. Кстати, оверов у Соларовских на нерчевской половине карты я что-то не наблюдаю. Но у Солара, кстати, supply блок имеет место быть сейчас. И в итоге, как бы, муту он заказывает 8 штук, все. Здесь королеву, конечно, нерчу сгрызет Солар. И на мэйне сгрызет. Ну, хоть дронов много не наубивает, я так понимаю. Вообще здесь не погибло. По-моему, две королевы, правда, упало. Но крит дэмэджа явно нет здесь. Четвертый у Солара, кстати, позже, чем у нерча. Но зато газ раньше, как бы, сейчас газ начнет вовсю добывать. По мути, что 11-12, Солара больше в заказе. И опять же, Нерч делает атаку, а Солар броню. То есть Солар защитный вариант, Нерч агрессивный. А, турнир от чуваков Скайня. Ну, давай, там смотри. Я пока хожу на тур... А, про турнир ты 23 сентября. Я думал про авиацию, точно. Там же авиация 23-го собиралась тоже быть. Ну, как бы... Вроде как борода там турнир, но пока звали, как бы, будут держать в курсе. Не знаю, посмотрим, что там будет далее. Разводки не пытается с лингами сделать, муты, кстати, мейн харасит, все, тут дроны приходят. Солар раньше, значит, на газ нерча начал добывать на дальней, получается, базе. 6 дронов минуснул, пытается улететь нерч, улетает прямо вниз. Здесь овера Солар нашел, нерчу забрел. Ну и что у нас по мути? Так, здесь тоже нерч овера нашел, забрел. 20 Солара, 17 нерча. Солар как-то был... А, ну Солар просто газ раньше. Блин, прикиньте, вот на буквально там минутку. С небольшим раньше газ начал добывать. Такое преимущество. Нерч принимает бой. У него есть атака на муту. У Солара нет, но у Солара что-то больше муталисков. Нерч поспешил. И, по-моему, кого-то он насмешил. 18-8. Здесь уже из такой ситуации будет очень тяжко затащить. Но он решил, что за счет атаки сейчас... вот он молодец, это говорит о том, что Нерч, ну, очень внимательный игрок, как бы. Он видел, что у него есть атака, у оппонента нет, но он не рассчитал, что там муталиска где-то на 3 или 4 больше. А 3 или 4 муталиска больше, они решают все-таки сильнее, чем атака, получается, в таких замесах. Если бы там было 37, например, муталисков на 40 и атака на 0-0, допустим, то тогда могло бы зарешать бы. Вот, а здесь печаль, беда. Ждем хост. Может, камбэк от Солара?
Так, ну что, ребят, четвертая игра. Бо 5, Солар одну карту взял. Нерч ведет 2-1. Тем не менее, посмотрите, что за билд играет Нерч. Это газ пулсмена очень-очень ранний. И не просто, а со скоростью линги, соответственно, это агрессия. Без Беллингнеста, с выходом в хату во вторую. Ну, с агрессией, как бы, будут собаки строиться, строиться и строиться. И пойдут они куда? Вперед, естественно, они пойдут. Кстати, вот сейчас из-за заказа хаты-то вот этот... Инъекция сразу не будет. Не хватит сразу ресурсов на всех собак, вот со всех этих личинок, между прочим. Так, еще линги заказаны. Часть собачек забегает сюда ближе. Оверы еще все летят вдалеке где-то. Кстати, не спалят Solar выход, по-моему, Нерча. Да, вон собаки вперед побежали. Овер-то вообще там не здесь летает. Забегают линги. Королеву сразу же Нерч поджимает. Пытается Олдо сныкать. Даже не проатаковал собак. Это очень печально. То, что он не проатаковал собак. Сейчас Нерч начнет убивать. Так, что за хрень здесь? В чате за спам. Так, ну Нерч придет. Беллинг, я вижу, готов. Солар один. Но Нерч продолжает грызть, беллингов не хватает. Хата упадет. Ох, мимо беллинга вообще зашел. Часть брудлинга, лингов зажали, правда. Бывает такое. Ну, в итоге, посмотрите, что творится у Солара Муф и Беллинг Нест. Ну, хата-то он лишился. А у Нерча хата есть, и это определенно Нерч понимать должен, что ему дает преимущество здесь экономическое. То есть он сейчас по рабочим. Перемастит Сора. Нахрена только у него оверов настолько много настроено, опять же. Так, ну амэнь, собак заходит, пробегает, видит Нерч Беллингнес, больше ничего не видит, здесь плетка. Дроны строятся, по три там и там, ну Нерчата. Погодите, у него на амэне королевы не было, инъекция только одна королева кидает, но с другой стороны, все равно хата и без инъекции личинки плодит при такой слабой экономике, все равно... Их больше, то есть дронов-то все равно особо ресурсов не на что. Ну, то есть минералов особо нет на что дроны заказывать, поэтому даже приплод без королевы личинок уже решает как в данной ситуации. Вот уже Нерч плюсе по рабочим 24, 26, 24. Ну, на пару там, на одного, на два, как бы, ну а что ему еще нужно? Он отставал, а сейчас уже в плюсе получается идет. Так, инъекс на мейна, второй-то инъекс, что Нерч не кидает, криптумор собирается ставить, что ли? Вообще стоит королева, что-то туканит, вообще ничего не делает. Пошла инъекция, наконец-таки. Солар там собачка гуляет, вот побежал свой. И лейер пошел достаточно ранее у Солара. Нерч только сейчас газ начал добывать заново. Но если он сразу лейер закажет, например, то он сильно не отстанет. Ну вот, например, здесь есть эволюшн. Я так полагаю, что все-таки плюс один по билду сначала будет идти. Атака там, либо броня, линга, я не знаю, что это будет вообще. Нет, смотрите, сначала ЛР не заказал. И только потом, видимо, будет здесь плюс один заказан на газ. Роуч Уоррен поставлен, скорее всего. А может, тоже шпиль выход к предыдущих играх будет. Но по рабочим в любом случае Нерчуга в плюсе. Вот начал овера ковырять сейчас Соларовского, пытался убить. Но был бы овер рядом, чтобы Вижен давал, он бы не дал бы уйти бы точно. Еще одна собака забежала, плетку грамотно, как она, тык и пресекает, короче, разведку, тык и пресекает. Но нужно продемажить собаку, чтобы за тык плетку убивала, потому что у нее 25 урона, десяточку надо нанести собаке. И вот третью собирается, да, Нерч считает, да, третья хат пошла. У Солара шпиль, у Нерча, ну, кстати, у Нерча тайминг лейера позже, то есть даже если он сразу же прям роучи мув закажет, шпиль-то хороший тайминг имеет, все на... Там 20, да почти на 30 секунд раньше будет. И это очень важный момент. Чем это важный момент? Да тем, что мута кроучем успеет, скорее всего, сделаться. Хотя не факт, с другой стороны. Ну, хотя, не, простите, скорость роучем даже дольше, чем муталиски делаются. Где, кстати, Нерч шпиль-то закалывает? Что-то проморгал этот момент. А, это Солар шпиль сказал, я прошу прощения, у Нерча вообще никого шпиля нет, а еще у Нерча на базе, это я туплю, блин, сонный сегодня. Ну, будет выход, интересно, Нерч делать или нет. Да, видит шпилек. И понимает, что либо сейчас вперед идти, либо
дома сидеть спокойно абсолютно. Собаками прикрывают рощу, беллинги не наглели. До готовности шпиля, все, шпиль готов. 8, так 3 муталиска первых заказано. Собак что-то очень много, прям реально много собак у Нерча. У Солара, простите. Еще и плюс 1 грейд не готов, то есть там еще тоже нужно время. Ну, пришел Нерч и уходит назад. Сейчас надо спорки делать, надо обязательно спорки делать. Причем надо где-то штуки 4 их делать. На мейне, между базами, на второй базе, на третьей обязательно. Королев надо больше. Нужен крип между третьей и второй. А здесь криптумор куда-то не туда вообще идет сейчас. Непонятно зачем, правда, куда-то не туда идет. Кстати, у Солара и третья база поздняя получается. Не, ну то, что не шарит, это бесспорно, как бы. То есть у него в такой ситуации, казалось бы, критической, да, для многих игроков, для их понимания StarCraft, он, ну, кого бы там... Начал бы нервничать кто-то, мандражировать, там, не знаю, купить, полез бы роучами, отдался, тупо бы как бы и проиграл бы. Нерч же очень вовремя ушел назад и понял, ну, он знает, как перевести, собственно, макро. У него третья пораньше было, как бы, вот, и он понимает, что делать. Ушел, короче. Назад, все ок. Развиваться продолжает, спорка перекопалась на переходе, надеюсь, бы крипом соединить. Успеет, сто раз успеет, то что, что успеет. Вот Нерчу-то не успел, он не такой быстрый, как ты. Вот, если бы он вот в чатике моем сидел с оранжевым никнеймом, он точно-то успевал бы, наверное, я думаю. А так вообще бородка. Ну, не успел. Ну, бывает, ладно. Не успел, Нерч, извини. 114, 117, 66, 58. Вот. Лимит. А опять собаки тут набегают, опять пытаются ковырять. 6 гидралисков, первый инфестор выходит. Есть закупка? Да, закупка есть, копай, что-то. Кстати, тут заползание роучи идет хорошенькое такое прямо. Оверсир какой-то там наверх полетел. Куда он там полетел-то, я чуть не понял. А, он на третьей базе висит. Мута, кстати, летает вся в агрессии сейчас, получается, этот мута Солара. А у Нерча идет заползалите туда-сюда. Сейчас делюксовые, смотрю, скины все эти, не делюксовые, а покупные. Приходят Нерч, роуч прям через оверсира проползают. Солар 3 минус 0, 3 на мейн тупо зашли сейчас, 4 на третий базе, мута газ на мейне Солара шатала, а здесь роущи беспределят и на мейне, и на третьей базе, на третьей, кстати, уползли с третьей на золото, хорошо, не что-то газа дронов забирает, закопался и нормально себя чувствует, здесь забежал, надо закопаться, мейнчик, закупайся, закопался, нет, муталиски. Даже поначалу им дамага не хватало, чтобы роучи забрать. И смотрите, оверсир в итоге отстал. Здесь 7 дронов Нерч минус. Ну, по лимиту отстает, но в целом-то ситуация приемлемая. Тут четвертая, соответственно, ставится. Гидры сколько у Нерча уже? 13 гидральских, 3 инфестора, 17 роучи. 10 еще строится. Плюс 2 грейд готов. По грейдам замечательно вообще. Сто 165, 181. Перевод там рабочих идет на дальний базу. Смотрите, конечно, выходит, оверсир минус. Солфер даже реводжера решил. Не дать, куда ты пошел, Нерч? Гидра подставляется, вперед идет. Куда ты гидру-то видишь? Реводжер и гидра спереди, блин, с роучами стоит. Здесь налом собаки. 4 королевы плюс роуч плюс 2. Ё-моё, они собак вообще опустят вообще. Ох, Микос от Нерча знатный зашел сейчас. Еще фаерболы от Солара идут. Нерч заходит, все принимает, дерется просто великолепно. Еще благодаря плюс 2 грейду тут решает очень сильно. Так, часть роущи-то под землей ползут. У Солара кажется, да, похожая на Нерча роущи, но хрен там. У него нет подземного му, у него просто скин покупной. Видите, не всегда скин решает. У Нерча роучи это лучше с этим, с реальным грейдом, а не покупным скином. Соответственно, заходит Нерч. Позицию занял великолепную по реводжерам. Какие фаерболы, прям замечательный заход. Реводжеров Нерч распотрошился.
Мута прилетает, отдаляю бой немножко назад. А где гидрат, акционерша? Есть гидра, да, здесь. Она с плюс 2 нормально дерется. 190, но 130. Как же не очень круто эту игру сыграла. Согласитесь, вот эти... Вот этот выход роучами фейковый на Солара. То есть потом вовремя отступления назад прям вообще зашел. Гидралиск один раз потрошил муталисков на плюс 2, потому что они его не атаковали. ГГ Солар пишет. Тут ставлю лойсик, нерчу просто, я не знаю. Если бы не ощущу, донатил в чате. Плейси, он донатил ему, он бы даже, может быть, это... Вот. Может быть, даже Близкон бы втащил вообще. Но я не уверен в этом. Но я бы его ругал бы. Еще хуже бы. И это помогало бы, наверное. Ну что, ребят, делаю стоп-стартос. Сейчас вернусь к вам.